На первой кассете мы говорили, что Библия учит, что Земле только 6 тысяч лет, не миллиарды лет. И что динозавры жили с Адамом и Евой в Эдемском саду, они не жили миллионы лет назад, они были частью творения. Бог сотворил мир 6 тысяч лет назад, 4400 лет назад был потоп, до потопа мир был другим. Люди жили дольше, и мир сильно отличался. И динозавры жили с Адамом и Евой в Эдемском саду. Они не жили миллионы лет назад, это допотопные ящерицы. И возникает простой вопрос. Взял ли Ной на ковчег динозавров? А люди скажут, динозавров на ковчег? Они ведь громадные. Видите, большие были большими, а маленькие были маленькими. И Ною было 600 лет. Он был достаточно умным, чтобы не брать самых больших животных. Он знал, что можно было взять детенышей. Разного пола, конечно. Для этого есть много причин. Детеныши маленькие, употребляют меньше пищи, дольше спят. Если они падают, они поднимаются и бегут опять. Когда же взрослые падают, они поднимаются не сразу. К тому же после потопа они будут жить дольше, и у них будет больше детей. Поэтому их и взяли в ковчег. И он должен был взять только по паре каждого рода. Бог сказал взять по паре каждого рода, не каждого вида или разновидности. По паре каждого рода животного. В Библии говорится, что животные вошли в ковчег по их роду. По роду их. Фраза повторяется много раз в Библии. Только основные роды животных попали на ковчег. Например, сегодня в мире есть 250 разновидностей собак. Но и не надо было брать 250 пар собак. Он взял только две из рода собак. И с того времени появилось в мире много разновидностей собак. И, наверное, что у собаки, волка и койота был общий предок. И этим предком была собака. Это не эволюция, это только разновидность. В одном колледже в Бостоне один человек звонил в колледж, чтобы узнать, или они хотят провести со мной дискуссии. И профессора отказывались, но один колледж сказал, «Мы позволим Кенту Хованду приехать на дискуссию, если мы сможем задавать ему любые вопросы, чтобы студенты увидели, какие глупые верующие в сотворение мира». Пастор позвонил мне и сказал, «Хотели бы вы поехать в Бостон, они хотят посмеяться над вами несколько часов». Я ответил, «Конечно». Я приехал, там были 6 профессоров и все студенты. Я чувствовал себя как Даниил в львином рве. Я сказал, что я верю в Библию. Было много аплодисментов. И Библия учит, что Бог сотворил мир 6000 лет назад. 4400 лет назад произошел потоп и разрушил мир. Ной построил ковчег и спас животных. После потопа появилось много разновидностей животных, основанных на воздействии окружающей среды, производя длинную и короткую шерсть и так далее. Но это не эволюция, это разновидность. Тогда я рассказал, чему верят они. Я обнаружил, что большинство эволюционистов не знают, во что они верят. Я сказал, что вы верите, что 20 миллиардов лет назад произошел большой взрыв. Но вы не знаете, что взорвалось и откуда оно появилось. 4,5 миллиарда лет назад Земля остыла и образовала каменную кору. Миллионы лет на камне шел дождь и образовал смесь. Это то, чему учат учебники, я этого не придумал. При формировании Земли поверхность была горячая и наполнена кипящей лавой. Миллионы лет на камне шел дождь и сформировались океаны. Это написано в учебнике. Миллионы лет проливного дождя создали великие океаны. Но кипящая вода растворила камни, что известно под именем суп. Да, ребята, кипящая вода в океанах содержит сложные химикаты. Однако процесс химической смеси к живущему организму очень медленный. Да, такой медленный, что он еще не начался. И тогда эта ранняя жизнь образовалась из камня, как-то разделилась, нашла чем питаться и превратилась во все, что мы видим сегодня. Это во что верят эволюционисты. Один профессор встал и сказал, «Доктор Хованд, извините, сегодня в мире существует 250 разных видов собак. Вы хотите, чтобы я поверил, что все эти собаки произошли только от двух собак с Ноева ковчега? Вы хотите, чтобы я этому поверил?» Я ответил, «Сэр, посмотрите, чему вы учите ваших учеников. Вы учите их, что все виды собак появились из камня». И после этого у него не было никаких других вопросов. Это то, чему учат эволюционисты. Я этого не придумал, это из учебника. Вы не думаете, что собаки произошли от двух собак с Ноева ковчега, но вы думаете, что все эти собаки произошли из камня? Подумайте еще разок.
Интересно, думаете ли вы, что если бы был всемирный потоп, то спасшиеся рассказали бы о нем своему потомству? Нелогично ли, что сегодня должны быть легенды о потопе? Вы знаете, что было найдено 270, сейчас уже 290, легенд о потопе? Почему в них рассказывается о семье, спасшейся в лодке? В Китае есть такая легенда, история Китая. В ней говорится, как семья спаслась от потопа. Вся земля была затоплена, все горы, и в ней говорится, что одна семья спаслась в лодке. Китайский классик «Хайкинг» рассказывает о семье Фугай, которого китайцы считают отцом своей цивилизации. В истории говорится, что Фугай, его жена и три сына и дочери спаслись от великого потопа. Они были единственными оставшимися людьми на земле. После потопа они заселили землю опять. Похоже на библейский потоп. В Мексике у индейцев Толтек есть легенда, что первый мир продолжался 1716 лет и был уничтожен потопом. Спаслась только одна семья. 1700 лет, близко к Библии, 1656. Почему так много легенд о потопе? Если бы не было легенд, атеисты бы сказали, а почему нет легенд? Есть 300 легенд, сколько вам нужно? Я думаю, что был всемирный потоп. Интересно, если вы посмотрите на карту Турции, с правой стороны вы увидите гору Арарат. На турецкой карте это Нюхум Гимши. Это название «Большая лодка Ноя». Это турецкое название. В Библии не говорится, что ковчег остановился на горе Арарат. В Библии говорится, что ковчег остановился в седьмом месяце. Это интересно, так как Ной не выходил до 13 месяца. Почему он не выходил из ковчега 6 месяцев? Еще не сошла вода, и нечего было есть. Если вы просмотрите мою кассету номер 6, мы говорим, почему они находились 6 месяцев в ковчеге. Потому что тогда на земле еще ничего не росло. Если вы посадите сад, он вырастет через 3-4 месяца. И через 6 месяцев можно было выпускать животных. И остановился ковчег на горах Араратских. Множественное число. Некоторые люди думают, что ковчег на горе Арарат. Я знаю Кена Хэма. Он мой друг, я недавно его видел. Он говорит, что Ноев ковчег находится на горе Арарат. Я также знаю Джона и Генри Морриса. Они думают, что ковчег тоже находится на горе Арарат. Я благодарен и высоко ценю их служение. Я знаю Карла Баха из Техаса, он тоже думает, что ковчег находится на горе Арарат. Может быть, я не знаю. Я просто хочу, чтобы вы знали, что есть еще один взгляд. Есть люди, которые думают, что ковчег вообще не на горе, что он в стороне от горы. Я также знаю Рана Вайета, моего друга. Вот его электронный адрес. Ран думает, что ковчег не на горе Арарат. И много людей соглашаются с ним. Он думает, что этот объект может быть ковчегом. 27 километров в стороне от горы Арарат. Но на горах Араратских, не на самой горе Арарат. Говорят, что ковчег разрушился, осел на стороны, стал намного шире. В том месте найдены также железные заклепки. Я держал их в своих руках в доме Урана в Нашвилле. Я часто бывал у него дома. Эти железные заклепки найдены по всему месту. Очевидно, ковчег был соединен заклепками. Турецкое правительство изучало местность, они думают, что это ковчег Ноя, и они построили центр для посетителей. Они начали строить дорогу, но началась война, и теперь там опасно находиться. Также найдены 12 громадных камней-якорей. Большие 9-тонные камни с отверстиями на верхушках. Интересно, что отверстия овальные. Я построил 9 домов и просверлил множество отверстий, но я не знаю, как можно просверлить овальное отверстие в камне. Интересно, чем больше камень, тем больше отверстие. Очевидно, они были предназначены для каната, чтобы удерживать камни за бортом, как плавучие якоря. Плавучие якоря обеспечивают устойчивость корабля в бурную погоду. И такие камни стабилизируют корабль. И если веревки достаточно длинные, пусть они даже достают до дна. И при большом ветре камни тянутся за кораблем и поворачивают его в правильном направлении к волнам. И вы не перевернетесь. Вы скажете, подождите, эти камни замедляли бы движение ковчега? Но я никуда не спешил. Он вообще никуда не плыл. Один человек на моей дискуссии,
бывший проповедник, сейчас он стал атеистом, он сказал: «Вы не можете построить такой большой ковчег. На волнах он прогнется и потом разломится. Это было проверено на паруснике». Но на ковчеге не было мачт, он никуда не плыл, и этой проблемы не было. Также некоторые люди думают, что в ковчеге на дне было отверстие. И когда вы попадаете на гребень волны, вода поднимается в отверстие, вокруг которого стены, и это облегчает напряжение на ковчег. Это отверстие облегчает нагрузку, и поднимающаяся и опускающаяся вода создает циркуляцию воздуха в ковчеге или в корабле. Это может быть необходимо со всеми животными на борту. Я думаю, иногда приходилось молиться о большой волне. «Боже, срочно пошли волну!» Я не знаю, было ли такое отверстие на ковчеге или нет. Не так уж и много осталось от деревянного ковчега за 4400 лет. Но что же случилось с динозаврами после потопа? В учебниках детей спрашивают, что случилось с динозаврами? Послужил ли метеор вымиранию динозавров 65 миллионов лет назад? Я скажу, что они задают неправильный вопрос. Надо спрашивать не почему вымерли динозавры, надо спрашивать, вымерли ли динозавры. Либералам удается заставить нас спорить на неверную тему. Они часто спрашивают, надо ли молиться в государственных школах, или надо учить сотворению в государственных школах. Я отвечаю, это хороший вопрос. Я буду рад ответить на него, но нам необходимо поговорить на другую тему. Нужны ли нам государственные школы? Давайте поговорим об этом в начале. Если нам нужны эти школы, то кто должен быть во главе? Это будет вторым вопросом. Прочитайте Конституцию, 10-я поправка. Все, что не упоминается в этом документе, остается на решение штатам. Это значит, что мы должны закрыть Министерство образования на национальном уровне. Закрыть? Когда Джо Скарборо, представитель округа Флориды, хотел, чтобы я проголосовал за него, я спросил: «Джо, какой у вас взгляд на государственные школы?» Он сказал: «10-я поправка». Я сказал: «Что вы имеете в виду?» Он сказал: «У них нет права на существование. Не должно быть никакого федерального вмешательства в государственных школах, ни в социальном обеспечении». И я проголосую за него. Если мы вернемся к Конституции, исчезнет 80% проблем. Федеральное государство вовлечено во многие дела, на которые оно не имеет права. Я читаю лекции в государственных школах, мой брат скоро выйдет на пенсию со школы. Он меня привел к Господу. На следующей неделе мы поедем в Гавайи на 25-летнюю годовщину свадьбы. Я возьму и жену. Но семья моего брата и моя семья поедем в Гавайи. Семья моего брата и моя семья поедем в Гавайи. Это трудно, но кому-то нужно рассказать, и гавайцам тоже. Мой брат преподает в государственной школе 28 лет. Моя мать преподавала в государственной школе. Я не против государственных школ, но я думаю, что они должны управляться местными городами или округами, но не федеральным государством в Вашингтоне. Это нужно прекратить. Но что же случилось с динозаврами? Они задают неправильный вопрос. Если вы хотите знать, что происходит в государственных школах, прочитайте статью на интернете, которая называется «Исход 2000». Если вы хотите знать ежедневные новости, свяжитесь с Фредом. FredB001 на spectra.net. И вы будете получать около 100 писем в день о том, что происходит в государственной школьной системе. Но после потопа с динозаврами произошли две вещи. Первое. Покидая ковчег, они встретили враждебный мир. Мир отличался, потому что больше не было оболочки воды. До потопа люди жили 900 лет. Сразу после потопа жизнь сократилась до 400 лет. Потом до 200 и потом до 100 лет. Не было оболочки воды. Появилась радиация, уменьшилось давление воздуха, стало меньше кислорода. Губительные эффекты потери оболочки воды. Это произошло с динозаврами. Они вымирали из-за изменения климата. Они больше не жили долго. Во-вторых, человек охотился за ними. И в то время их называли драконами. Люди убивали драконов из-за мяса.
Было бы много бифштексов с одного динозавра. Можно было прокормить целую деревню. Также они были опасны, и их убивали, чтобы быть героем. С увеличением населения людей и населения больших и свирепых животных начало уменьшаться. То же произошло и в Западной Флориде. Сколько медведей и гризли во Флориде? Наверное, ни одного. Сколько было 500 лет назад? Много. Когда заселяются люди, большие животные изгоняются или уничтожаются. И при увеличении мирового населения динозавров начали уничтожать. Тех, которые не погибли от изменения климата. Есть тысячи рассказов о людях, убивающих драконов. Их называли драконами, потому что слово «динозавр» было придумано в 1841 году. И до этого не было такого слова. В истории говорится о Гильгамеше, пронзающем дракона. Беовулф убил дракона, Святой Георгий убил дракона. Есть тысячи таких рассказов. Все ли это только мифология? Почему рассказов так много и почему они так похожи? Вот реклама ресторана с кораблем с головой дракона. Тайская легенда рассказывает о драконе. Русский медальон с драконом. На болгарской марке рисунок дракона. Многие древние герои этих стран убивали драконов. Я думаю, что динозавры жили на протяжении всей истории. У Навуходоносора, вавилонского царя, на кольце был символ бога Мардока, стоявшего на огнедышащем драконе. Вы скажете, брат Хованд, вы же не верите в огнедышащих драконов? Да, я верю. Действительно, были такие огнедышащие драконы. В католической Библии и в книге Даниила есть две дополнительные главы. 13 и 14. В 14 главе рассказывается, что Даниил убил дракона, которому поклонялись вавилонцы. Был ли дракон в Вавилоне 600 лет до нашей эры? Я думаю, что был. Саддам Хусейн думает, что он перевоплощенный Навуходоносор. Его фотографии находятся по всему Ираку. Прекрасные мишени для самолетов. На их золотых монетах находятся рисунки Хусейна и Навуходоносора. Также Саддам потратил много денег на отстройку древнего города Вавилона. Вавилон был разрушен около 600 лет до нашей эры. И Библия говорит, что Вавилон будет разрушен в последние дни. Много людей смеялись с Библией и говорили, «А, Вавилон уже давно разрушен». Но знаете что? Саддам за последние 20 лет уже отстроил Вавилон. Вавилон уже отстроен. Когда были найдены руины древнего города Вавилона, в песке были найдены сохранившиеся стены города. На стенах города были найдены сотни и сотни рисунков драконов. Тогда возникает вопрос, как они знали о драконах 600 лет до нашей эры? Потому что они жили в то время. Александр Великий 300 лет до нашей эры докладывал, что его солдаты были напуганы драконами при завоевании части Индии. На этой римской мозаике показаны два дракона, которые бьются или целуются. Непонятно, что они там делают. Все же, как римляне знали о драконах 200 лет после Христа? Я думаю, потому что они жили в то время. Наверное, меньше размером, редко и обычно в воде, которых труднее истребить. Сухопутных было легче убить. В основном жили драконы в воде. Викинги тоже знали о драконах. Они их называли Крекен, Великий Дракон Моря. Они строили корабли с резными головами драконов. Вся древняя северная скандинавская литература говорит о драконах в морях. В 1572 году итальянский пастух убил дракона, который беспокоил его коров. Его поместили в музее. Ученый даже сделал запись «Юлусус Альдравандус». В 1572 году в Италии вы могли увидеть динозавра в музее. Не кости динозавра, а всего динозавра. Если вы достанете словарь или энциклопедию 400-500-летней давности, под словом «дракон» будет написано «крайне редкое, но еще живущее животное». Кто-то позвонил мне и сказал, «Доктор Хован, я хочу выслать вам словарь 1928 года».
В этом словаре под словом «дракон» написано «очень редкое живое существо». В словаре 28-го года. Интересно. Город во Франции был переименован в честь человека Мерлук, который убил дракона, беспокоящего город. Индейцы Аризоны охотились за драконами и оставили рисунки на стенах Большого каньона. Драконы на стенах Большого каньона? Конечно, потому что за ними охотились индейцы. Вот четырехлапый динозавр с длинной шеей, вырезанный на Большом каньоне. Вот рисунок из пещеры в Африке. Круглое тело, длинная шея, четыре ноги и слева убегающий туземец. Умный туземец. В 1962 году во время путешествия в Перу жители приносили и продавали туристам странные камни. Камни, которые были найдены в пустыне. Было найдено много таких камней. Эти камни называются ика-камни. Мой друг из Канады поехал в Перу и изучал эти камни на протяжении 8 месяцев. Он дал мне множество фотографий этих камней. На нашем веб-сайте также есть фотографии. Наш адрес www.drdino.com. Рисунки динозавров на камнях. Было найдено 50 тысяч камней. Их размер изменяется от 2 см до 1,5 метра. Найдены рисунки на этих камнях каждого известного вида динозавров. Иногда люди убивают динозавров, иногда они ездят на динозаврах, иногда динозавры работают на людей. Странно. Это мой друг, изучавший камни 8 месяцев. Также я прочитал книгу доктора Кабреры. У него 11 тысяч таких камней. Он изучал камни, и он сказал, что, без сомнения, человек и динозавры жили вместе. Но после этого он говорит, это доказывает, что человек был здесь 200 миллионов лет назад. Прекрасное исследование, но плохой вывод. Нет, это доказывает, что все датирование истории неверно. Человек и динозавры жили вместе. Вот вождь, отрезающий голову динозавра. На этом человек едет на динозавре. Камни Ика из Перу. Во время парусников со времени Колумбуса, до около 100 лет назад, когда начали использовать двигатели, эти 400 лет истории называются великим временем парусников. В это время существовало тысячи легенд о людях, видевших морских чудовищ. Парусники плавают очень тихо. Сегодня с громкими двигателями звук под водой можно услышать на 150 километров в округе. И динозавры выучили избегать морские пути. Но во время парусников есть тысячи рассказов о людях, видевших морских чудовищ. Вот, например, история Норвегии. Автор Бишоп Эрик Пантапиден рассказывает о многих историях. Миссионер Ханс Игет рассказывал о увиденном морском чудовище возле Гренландии. После собрания в Делавере ко мне подошел человек и сказал, «Брат Холланд, Ханс Игет — это мой прапрадедушка». И в своем дневнике он записал, что он видел морское чудовище. Капитан Маккей британского корабля сообщил, что они видели, как 20-метровое морское чудовище проплыло под их кораблем. Они следили за этим чудовищем 20 минут. После этого матросы просили, чтобы капитан не записывал происшедшее в бортовой журнал, чтобы с них не смеялись. Но капитан записал, и с них смеялись. Хотите прочитать удивительный рассказ? Пойдите в библиотеку, найдите и прочитайте книгу автора Томаса Хелма, которая называется «Чудовище глубины». Автор из штата Флорида. Книгу, в которой он рассказывает историю Монгахилы, корабля, который убил, разрезал и ел мясо части 35-метрового морского чудовища. Когда это происходило, матросы с другого корабля остановились и видели это чудовище. Монгахила продала жир, полученный из этого чудовища, другому кораблю. Матросы сказали, мы плывем на охоту на 6 месяцев, у нас есть кости чудовища. Вы возьмите этот жир, поплывите в порт, через 6 месяцев мы вернемся и покажем доказательства. Через 6 месяцев Монгахила не приплыла. Корабля не было и через год. Некоторое время после на берег Японии выкинула доску с названием Монгахила. Корабль затонул в буре. Но матросы, которые видели чудовище, они говорили, что это жир чудовища,
Они говорили: «Мы видели это чудовище?» Но люди смеялись с них. Им нужно доказательство. Интересный рассказ. Во время Первой мировой войны капитан немецкой подводной лодки сказал, что он потопил британский корабль. Когда произошел взрыв, то из-под воды вылетело 20-метровое морское чудовище. У него были большие плавники, как у плесиозавра. И голова, как у аллигатора. Может, кранозавр. Есть рассказы о гигантских осьминогах, затягивающих корабли в воду. Вы скажете: ну нет, таких больших осьминогов не существует. Вы знали, что выкинутый на берег Святом Августине осьминог был 65 метров ширины и весил 5 тонн? Вот статья в газете, газета города Орландо. У меня есть вырезка. 65 метров. Большой осьминог, но не самый большой. Возле Сиэтла в Вашингтоне был убит кит, в животе которого был 50-метровый щуп осьминога. Китам нравится есть осьминогов и кальмаров. Но если кит съедает слишком много, он вырывает все назад. Если вы найдете в океане кусок вырванного осьминога, словите его. Он стоит больше, чем золото, грамм за грамм. Вы знаете, где используется вырванный осьминог? Используется в духах, правильно? Это объясняет некоторые вещи, правда? Можете сказать: дорогая, ты пахнешь как вырванный осьминог. Конечно, после этого вам придется спать на диване. В океанах находятся очень большие существа. Гигантские. В музее университета Эйл находится модель гигантского кальмара. В Новой Зеландии на берег вынесла детеныша гигантского кальмара. Взрослый он был бы 50 метров длины. И океаны тоже очень большие. Я летел из Австралии над Тихим океаном. Я сказал Брайану, который работает у меня в офисе, я сказал: «Брайан, Тихий океан огромный». Он сказал: «Это только поверхность». Вот это мысль! Это и есть только поверхность? Люди говорят: «Подождите, если динозавры жили с человеком, Ной взял их на ковчег, и они упоминаются в истории, упоминаются ли динозавры в Библии?» Конечно. Вы скажете: «Я прочитал мою Библию, я не заметил». Но они там упоминаются. Если вы читаете книгу Иова, в ней 42 главы. В первых двух главах Иов все потерял. Верблюдов, овец, умерли его 10 детей, жена отвернулась от него, потерял свое здоровье. Иов был покрыт проказою от подошвы до макушки. И его 4 друга пришли мучить, то есть утешать его. Я думаю, что они были баптистами. Они сказали Иову: «Иов, мы знаем, почему это случилось. Ты согрешил». Послушайте, если что-то плохое случилось с кем-то, вы не знаете причины. Вы должны любить их, молиться, поддерживать и замолчать. Не идите в госпиталь, когда у кого-то вырезают желчные камни, и не говорите: «Брат, это не камни. Это пожертвование. Бог с тебя возьмет так или иначе». Не делайте этого, пусть сам Бог разберется. И вот Иов сидит в пепле, все дети мертвы, его жена обратилась против него. И еще он весь покрыт проказою лютою. И его друзья говорят с ним 35 глав. Большая часть книги Иова — это спор 4 друзей с Иовом, почему это произошло. Один из этих людей был самым низким человеком, упомянутым в Библии. Елифаз, Вилдад, Сафар и Элиуй говорили с Иовом 35 глав. И они говорили Иову: «Иов, ты согрешил». Иов не знал еще тогда о Римлянах 8:28, но он говорит: «Почему это происходит? Я хотел бы, чтобы Господь ответил мне». Он отвечал Римлянам 8:28: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Кстати, здесь не говорится, что все, что происходит, хорошо, но все содействует ко благу. Вы когда-нибудь были голодными? Предположим, вы придете ко мне и скажете: «Брат Хованд, я голодный». Я скажу: «Хорошо, я помогу. Вот стакан муки. Поешь». Стакан муки? Может быть, ложку масла? Или нет?
или нет? Ложку соли. Открой рот. Или ложку жира. Но если мы возьмем все это и перемешаем вместе, и сделаем блины, тогда другое дело. Я не знаю, как их делать, но вы понимаете, что я имею в виду. В отдельности это невкусно, но вместе все вкусно. И Бог не сказал, что все происходящее хорошо, но что все содействует ко благу. Но не для всех и не для всех христиан. Вы можете быть христианином, и с вами случаются плохие вещи. Он сказал, что это для любящих Бога и призванным по Его изволению. В этой жизни нам необходимо заботиться о правильном отношении с Богом. И это займет все время. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Только хранить сердце чистым пред Богом даст вам работы на всю жизнь. Иов сидит и спрашивает Бога, «Почему это произошло со мной? Почему?» И вам не придется жить долго на этой планете, чтобы задать такой вопрос. «Бог, почему ты это делаешь со мной?» В конце, в главе 38, Господь отвечал Иову из бури и сказал, «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Другими словами, Иов, твои друзья не знали, о чем они говорили. «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне, где был ты, когда я полагал основание земли?» Вопросительный знак. Первый раз я прочитал этот стих 29 лет назад и подумал, что за тупой вопрос?» Кто был здесь, когда Бог сотворил землю? Почему Бог задает такой вопрос? Кто-то из вас был здесь в это время? Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. Так как вас здесь не было, когда Бог сотворил мир, это значит, что Бог намного старше вас. Вы уже догадались без помощи? Вам приходило на ум, что Бог сильнее вас? Вам приходило на ум, что Бог умнее вас? Вам приходило на ум, что Бог богаче вас? Вы скажете, брат Хован, любой богаче меня. Бог богаче всех. Я говорил это много раз, но сам еще этого не понял. Вам приходило на ум, что Богу ничего не приходило на ум? Это происходит со мной. Вау, я раньше не думал об этом. Но это никогда не происходит с Богом. Он уже подумал обо всем. Вы говорите, Боже, ты знаешь? Да, я знаю. Как вы увильнете от такого Бога? Вы знаете, что Бог знает все ваши мысли? Но вы знаете, что Он любит вас все равно. Что за Бог? Бог сказал, где был ты, когда я полагал основание земли? Иов не отвечает на вопрос. Он молчит. Тогда Бог задал еще один вопрос. Кто положил меру ей, если знаешь? Вопросительный знак. Иов не ответил. Бог задал еще один вопрос. Еще и еще. 84 вопроса. Иов не ответил ни на один. Бог сказал, не сходил ли ты в источники моря? Ученые не знали о источниках моря до 1977 года. Бог задал этот вопрос около 4000 лет назад. Наука очень медленно успевает за некоторыми частями Библии. Бог спросил, где путь к жилищу света? Это замечательный стих, потому что свет не стоит на месте. Свет всегда движется. Вы не можете дать мне коробку света, правда? Удивительно. Бог сказал, по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Было установлено только 150 лет назад, что свет является причиной ветров. Солнце нагревает регион, теплый воздух поднимается, расширяется и причиняет потоки ветра. Все совершенно научно. Бог сказал, «Иов, можешь ли посылать молнии?» «Хорошо, что я не могу посылать. Вы можете вспомнить хоть одного человека, который еще живой, только потому, что вы не можете посылать молнии?» Может быть, это ваш босс или сержант в армии? Бог спросил, можешь ли посылать молнии? Бог задал Иову 84 вопроса. Иов не ответил ни на один. Эти вопросы не нуждаются в ответах. Ответ очевиден. Цель вопросов — изменить отношение человека.
Это такие вопросы родители задают детям. У меня трое детей, я знаю это. В определенном возрасте дети стают самоуверенными и думают, что они должны создавать законы в доме. Вы поймете это, когда ребенок говорит: «Я думаю, что я уже могу гулять до утра с моими друзьями. Как-никак, мне уже 10 лет». Отец отвечает: «Подожди, хочешь узнать, почему нельзя? Ответь мне, кто платит за электричество в доме? Кто платит за газ? Кто платит за дом? За страховку, за твою одежду? За твою кровать? За пищу, которую ты ешь и ешь и ешь и ешь? За мыло, которым ты мылся месяц назад?» Давай посмотрим. Библия ясна. Платящий создает правила. Второе мнение, глава 4. Видишь, я отец, ты ребенок. Если ты будешь спать под моей крышей, ты будешь слушаться меня. Если хочешь жить по-своему, найди себе дом, найди чем питаться и делай по-своему. Это золотое правило. У кого есть золото, тот и создает правила. Где ты был, когда мы приобрели имущество, расчищали землю, разгоняли индейцев, ходили пешком в школу? Понимаешь? Я отец, ты ребенок. Я думаю, это то, что Бог делает с Евом. И Ев сидит и спрашивает: «Бог, почему ты убил моих детей?» И Бог спрашивает: «Ев, где ты был, когда я создал землю? Ев, ты можешь посылать молнии? Ты можешь делать это, ты можешь делать это?» 84 вопроса. И Ев проходил регулировку поведения. Вам приходилось делать это с вашими детьми? Иногда в таких случаях приходится брать ремень, но это всегда помогает. Бог давал Иеву наставление. Бог задал 84 вопроса, на которые Иев не ответил. В главе 40 Бог сказал: «Вот бегемот». Бегемот? Что такое бегемот? Некоторые сноски говорят, что это слон или гиппопотам. Но это невозможно. Я думаю, что бегемот – это динозавр с длинной шеей, которых есть 13 разновидностей – брекиозавр, апатозавр, ситозавр, маланчозавр, саямозавр и несколько других. Я думаю, что когда Бог говорил о бегемоте, Он говорил о брекиозавре – динозавре с длинной шеей. Здесь говорится, что он ест траву, как вол. Вы скажете: «Брат Хован, многие животные едят траву». Я знаю, но посмотрите на следующий стих. «Сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева». Его. Самая большая сильная часть этого животного – его живот. Вы скажете: «У слона большой живот?» Да, вы правы. «У гиппопотама большой живот?» Да, я видел. «У брекиозавра большой живот?» Да. «У него тоже большой живот?» Лучше посмотрите на следующий стих. Там написано: «Поворачивает хвостом своим, как кедром». Это значит, хвост, как кедровое дерево. Вы видели хвост слона? Напоминает ли он вам кедровое дерево? Нет. Следующий стих. «Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья». У него большие и мощные кости, и это правда. Вот настоящая кость пальца ноги брекиозавра. Ребята, это будет сложно, поэтому слушайте внимательно. У него были такие большие кости, потому что у него были большие пальцы. Кто уже догадался об этом? И поэтому у него были большие ноги, в следах которых можно было даже купаться. Только передняя нога была 6 метров длины. И такие длинные и большие ноги были, потому что у него было большое тело. Самый большой динозавр найден в Канаде. Новый рекорд. 50 метров от носа до хвоста. Но они говорят, что понадобится 60 лет, чтобы откопать скелет из земли. Я думаю, потому что это государственная программа. Они говорят, что при жизни этот динозавр весил около 100 тонн. 100 тонн – это очень большое число.
Большие числа не вмещаются в человеческий разум, Конгресс знает это и пользуется этим. 100 тонн равняется весу 14 автобусов. Это значит, что если он наступит на вас, вы будете глубоко поражены. Вы станете пиццей. О, извини. Говоря о государственном проекте, я должен рассказать о моем новом изобретении. Мое изобретение сделает меня самым богатым человеком мира. Я сохраню деньги дорожному отделу, строительным бригадам, коммунальным предприятиям и вооруженным силам. Я хочу только 10% сбережений, и я стану самым богатым человеком мира. Я придумал лопату, которая будет стоять сама по себе. Больше не надо будет нанимать человека, опирающегося на нее. Это, наверное, бригада, работающая здесь, на следующей улице. В следующем стихе написано: «Это верх путей Божиих». Это верх, еврейское слово «решив», значит начало, глава, основа. Это самое большое животное, поэтому оно не может быть слоном или гипопотамом. Это брекиозавр. Это подходит к стилю дьявола. Что не делает Бог, сатана хочет разрушить. Бог создал красивые вещи, сатана хочет их разрушить. Бог придумал музыку, Бог любит музыку. Дьявол придумал безбожную музыку, которую мы не должны слушать. Как-то меня спросили: «Знаете, что получится, если вы прослушаете музыку кантри в обратном направлении?» Я сказал: «Нет, я не знаю». Они сказали: «Вы найдете жену, машину и собаку». О, да, да. Бог придумал брак, семью, секс, Бог сотворил мужчину и женщину. Он все понимает, и он придумал законы. Мальчики, не трогайте девушек до свадьбы. Если вам не хочется трогать девушек, не подходите ко мне, это не Сан-Франциско. Бог придумал правила, потому что он хотел лучшего для своих детей. И Бог придумал динозавров. Они представляли удивительную силу Бога. Знаете, что ученые до сих пор удивляются, как 5-метровый жираф может наклониться, попить воды и разогнуться, даже не получив головной боли. Невероятная сеть кровеносных сосудов. Их полуметровое сердце качает кровь по шее. Это удивительно. Его же голова была 15 метров над землей. Это инженерное чудо. Но дьявол не мог обмануть Адама. Адам знал животных и назвал животных. Дьявол не мог обмануть и Ноя, потому что Ной взял животных на ковчег. Он кормил их каждое утро. Дьявол не мог обмануть людей много сот лет, потому что они знали о динозаврах. Но время шло, и динозавры стали редкостью. Большие вымирали или были убиты. Уже 1000 лет назад они встречались очень редко. 500 лет назад они стали еще реже, и население людей начало стремительно расти. Вы помните график? И сегодня миллиарды людей никогда не видели динозавра. 200 лет назад, когда были найдены кости, дьявол сказал: «Вот это мой шанс. Я его ждал 6000 лет». Эти существа всегда жили с человеком. Я знаю это, и Бог знает это. Но эти люди этого не знают. Дьявол сказал: «Я скажу этим людям, что динозавры жили миллионы лет назад». Если они поверят в это, они начнут сомневаться в Библии. Это то и произошло. За последние 150 лет дети в садиках и школах учат и читают о доисторических животных. Вы открываете первую страницу книжки, и на ней нарисован динозавр. В первом предложении написано «миллионы лет назад». И дети начинают сомневаться в Библии до того, как они могут ее прочитать. И сатана влияет на детей, когда им 3-4 года. А мы ждем, пока им 16 лет, чтобы говорить им о Боге. Несколько лет назад я посетил государственную школу, в которой было 300 первоклассников. Я говорил о динозаврах в этом классе, в котором было 300 первоклассников. Вначале я спросил: «Ребята, когда жили динозавры?» Мгновенно все дети закричали: «Миллионы лет назад». Почему они так сказали? Где все христиане? Не называет ли это, что они сказали Иисуса обманщиком?
Иисус сказал, что создание Адама было началом, смерти не было до греха Адама. Я думаю, что настало время, чтобы христиане не должны бояться темы о динозаврах и должны начать использовать их во славу Бога. Написано, он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Это значит, что бегемот живет в болоте. Самое большое болото мира находится в Африке. Оно называется Ликувала. 88 тысяч квадратных километров. Больше, чем штат Арканзас, откуда родом президент и ее муж Билл. Это большое болото. Для американцев трудно понять размер Африки. Вот Америка в сравнении с Африкой. Это болото Конго на 80% не исследовано. Вы знали, что было много сообщений из болота о живых динозаврах? Это болото больше любого желтого штата. Болото размером как Флорида, и оно на 80% не исследовано. Вы скажете, подождите, динозавры еще живые? Гигантских нет, они не смогли выжить из-за изменения климата, но было зарегистрировано 20 тысяч наблюдений за динозаврами в этом столетии. Вы слышали про Лохнесское чудовище или чудовище озера Шамплейн? Мокелембембе в болоте Конго? Рассказов много. Мы говорим об этом на второй половине кассеты. Живые динозавры. Не думайте, что их миллионы. Нет, можно спокойно идти в магазин. Но динозавры еще живут. Самый близкий был встречен в 1962 году в порту Пенсаколы. Мы говорим об этом также во второй части. Четверо ребят были съедены этим динозавром. Один выжил и все видел. Это все во второй половине. Вы скажете, брат Холланд, подождите. Если динозавры жили с человеком на протяжении всей истории, как насчет Иова 31, где говорится о Левиафане, огнедышащем драконе? Были такие драконы? Да. Мы поговорим об этом на следующей сессии. Вы скажете, подождите, если в учебниках говорится, что Земле миллиарды лет, есть ли еще обман в учебниках? О, полно. Мы говорим об этом на кассете номер 4. Также вы скажете, подождите, если был потоп, как или почему мир вдруг затопился? На это есть несколько теорий, но я представлю теорию Хованда на кассете номер 6. И тогда люди спрашивают, брат Хованд, если Дарвин написал книгу о эволюции в 1859 году, почему он это сделал и как это повлияло на наше общество? Как это связано с социализмом, коммунизмом, марксизмом, нацизмом, новым мировым порядком? О, я скажу, это связано прямо. Мы также говорим об этом на кассете номер 5. Друзья, эволюция — это не просто глупая теория. Это опасная религия. И сатана использует эту религию для разрушения жизни детей и взрослых. Пришло время, чтобы христиане сказали «Слово Бога верно». И Библия говорит, что если вы не спасены, вы идете в ад. Вы скажете, я не верю в ад. Вы можете попасть в ад, даже не веря в него. Вы знаете, что Бог не верит в атеистов? Подумайте об этом. Если вы не уверены, что вы спасены, отдайте сердце Господу сегодня. Если вы спасены, найдите того, кто не спасен, и помогите им спастись. Это наша работа. Проповедовать Евангелие по всему миру. Я думаю, что динозавры помогут. Вы знаете, что нужно Америке? Америке нужен костюм динозавра. Соберите 4-5-леток и посмотрите на них, когда они смотрят на динозавра по телевизору. Не смотрите на динозавра, проследите за детьми. Вы знаете, о чем я говорю? Они буквально приклеены к экрану. Детям это нравится, и это могло бы быть потрясающим христианским влиянием. Почему бы вам, например, не купить костюм динозавра, путешествовать по стране и рассказывать детям о Боге? Бог любит меня, Бог любит тебя, Он хочет быть твоим отцом. Если ты Его попросишь, всем в сердце Он придет и тебя спасет. Неплохо, правда? Динозавры — это прекрасный инструмент евангелизации.
Но мы отдали его дьяволу, чтобы он учил эволюции. Узнайте, сколько детей на вашей улице думают, что динозавры жили миллионы лет назад? Я уверен, что вы будете шокированы. Скажите, сколько церквей в вашем городе? 200? 400? Тогда почему в учебниках и в школах учат эволюции? Мы же платим за это. Пришло время, чтобы мы что-то сделали. Не так ли? Все разрушается. Мы должны это исправить. Сейчас встанем, склоним головы и помолимся. Мы снова вместе. Мое имя Кен Ховенд, я преподавал науку 15 лет. Теперь я путешествую и говорю о сотворении эволюции динозавров. Как я уже сказал, у меня есть три цели. Первое – укрепить вашу веру в Библию. Второе – если вы не спасены, я хочу, чтобы вы спаслись. И третье – если вы спасены и не живете для Господа, я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя неудобно. Идет война. Каждый должен что-то делать для Господа. Если вы не можете стрелять, тогда подавайте пули. Каждый может делать что-то. На предыдущих сессиях мы говорили, что возраст Земли, что Земле только 6 тысяч лет. Мы также говорили, что динозавры всегда жили с людьми, и это часть творения. В этой сессии мы поговорим о живых динозаврах. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но я изучал это долгое время. Я хочу рассказать, что я узнал, и вы сможете сделать свои выводы. В Библии в книге Иова говорится о бегемоте, которого Бог описывает в главе 40. В Библии говорится, что это животное-бегемот ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Это значит, что бегемот живет в болотах. И самое большое болото мира, Ликуала, находится в Африке, в Конго и в Заире. Оно занимает площадь 88 тысяч квадратных километров. Это болото больше штата Арканзас. И оно больше многих штатов Америки. Это болото почти как штат Джорджия, 93 тысячи квадратных километров. А раньше это болото было захвачено Бельгией в 1880 году, и оно называлось Бельгийским Конго. Потом, в 1960 году, пришли коммунисты и освободили страну. Вы знаете, как коммунисты освобождают, убивают всех и потом говорят: «Теперь вы свободны». Но до этого болото называлось Бельгийским Конго. Исследователи начали посещать болото в 1880-х годах. И они возвращались с сообщениями, что там еще живут динозавры. В 1910 году в Нью-Йоркской газете появилась статья: «Бродит ли бронтозавр по дикой Африке?» После этого было установлено, что бронтозавра нет, это был скелет и голова разных динозавров. Наверное, это был диплодок или апатозавр. В 1948 году появилась статья, в которой автор написал: «Широко известный южноафриканский охотник Гольбер возвратился из поездки в Анголу и заявил Кейптаунской газете, что там было животное большого размера. По описанию, похожее только на динозавра, которое жило в болоте Дилоло и известное под именем Чипекви, с головой и хвостом, как у ящерицы. В разных частях района это животное называют разными именами из-за разных языков». В 1980 году доктор Рой Мэкл из Чикагского университета прочитал эти сообщения о живых динозаврах в африканских болотах. Он был профессором микробиологии. И он решил поехать на болото Конго и проверить, правда это или нет. Он провел на болоте 6 недель. Он сказал, что это самое плохое болото мира. Прямо на экваторе всегда 35 градусов жары и 95% влажности. Москиты кусаются тысячами в час. Очень неприятное место. И он находился в этом болоте 6 недель. Когда они были там, они спрашивали туземцев: «У вас в болоте есть крокодилы?» Туземцы отвечали: «Да, белый человек, у нас есть большие крокодилы». Они рисовали на земле громадного крокодила, но им никто не верил до 1984 года, когда одна из экспедиций увидела 15-метрового крокодила. И если вы пигмей, 1.30 м, то эти крокодилы очень большие. Они также показали туземцам детскую книжку и спросили: «Вы видели такое животное?» Туземцы сказали: «Да, это Мокалембембе, он живет в болоте». Доктор Мэкл сказал: «Это же динозавр! Они вымерли 70 миллионов лет назад.
Туземцы ответили: «Извините, мы не знали об этом. Мы не были в Америке, и нас не учили эволюции. Мы знаем, что мы видим их иногда в болоте. Конечно, я не хочу, чтобы вы подумали, что в мире живут миллионы динозавров. Нет, я этого не говорю. Все, что я говорю, что в нескольких местах динозавры были встречены. И болото в Африке – это одно из таких мест. И животные, которых называют мокалимбембе, они не очень большие, всего лишь 7 метров длины. Это с хвостом и шеей. Тело, как у гиппопотама. Всего около 7 метров. Они утверждают, что животные живут под водой, в пещерах, в воде, и питаются растениями, растущими возле воды, по берегам. И любимое растение животных – это маломбо. Вот доктор Мэкл держит это растение. На них растут фрукты наподобие яблока, только тверже, и это очень нравится животным». Туземцы сказали: «Если вы хотите найти мокалимбембе, тогда найдите место, где растет много маломбо и где нет гиппопотамов». Гиппопотамы тоже любят эти растения, но динозавр выгоняет их с той территории и присваивает ее себе. Также были найдены следы этих животных на берегу. Очевидно, они выходят по ночам в места, где много растений маломбо. И следы, которые были найдены, это следы с когтями. У слона и гиппопотама похожие следы, но у них нет костей. Туземцы рассказывают, что иногда, когда они плывут на каноэ по болоту, эти животные выныривают из воды, или из болотных дыр, как это называют. Если вы будете слишком близко к животному и испугаете его, то хвостом оно разобьет каноэ и утопит вас. Но животное не съест вас. Мой друг находился там миссионером 42 года. Его имя Юджин Томас. Вот номер его телефона. Он сказал, что в его церковь ходили два пигмея, которые помогли убить такое животное. Это произошло где-то в 1959 году. Марселина Гнагна, биолог Конго, он был на экспедиции в болото. Он сказал: «Я живу в Конго, но я не знал, что 800 километров по реке от моего дома существуют рассказы о динозаврах». И он был на болоте и утверждает, что он тоже видел такое животное. Это коммунистическая страна, поэтому он, наверное, атеист. Вот что он нарисовал, то, что он видел. Его рисунок, который находится в книге «Время жизни. Загадочные животные». Герман Регустер из Лос-Анджелеса тоже предпринял экспедицию в 1981 или 1982 году. После его возвращения в газете Лос-Анджелеса появилась статья о сфотографированном динозавроподобном животном. Фотография была очень неясной. Регустер сказал, что там ужасная влажность, и только выжить очень тяжело. Также сохранять оборудование сухим было проблемой. И также было проблемой предпринять что-то, если вы что-то заметите в течение 5-10 секунд. Люди спрашивают: почему нет четкой фотографии? Это хороший вопрос. Тогда скажите мне, кто видел автоаварию? Сам момент столкновения. Вы знаете, я хочу увидеть фотографию самого момента столкновения. Во-первых, у кого фотоаппарат всегда под рукой? Если бы вы увидели аварию, вы бы опоздали. Вы бы не подумали об этом. И это часть проблемы с неимением фотографий динозавров. И в африканском болоте зачастую вы думаете о москитах и о другом больше, чем о динозаврах. Регустер сказал, что существо было темно-коричневое, кожа казалась скользкой и гладкой, с длинной шеей и маленькой головой. Герман и Кая, его жена, видели существо и также слышали рычание. Несколько других членов экспедиции, включая государственных чиновников, тоже видели и слышали это существо. Туземцы говорят, что эти животные живут в пещерах, питаются растениями, и они часто переходят в другие места. И поэтому это не так просто, как поехать в Африку, сфотографировать животное и вернуться. Нет, это не просто. Во-первых, очень большая площадь. И говорят, что скорость передвижения в этом непроходимом болоте около 2 км в час. И займет целый день, чтобы пройти 14 или 16 километров. Если я вам скажу, что в Джорджии живет 100 слонов, вы должны двигаться только 2 км в час, я хочу, чтобы вы их нашли. Вы, наверное, будете там долгое время. О животном мокалимбембе сообщали члены многих экспедиций, включая моего друга из Канады Вильяма Гиббонса. Мы написали вместе книгу «Когти, челюсти и динозавры» для молодых читателей о живых динозаврах. Он был там 3 раза, вот номер его телефона. Мой друг-миссионер Кем Бомбей работает в Торонто в Канаде.
Он и его жена являются миссионерами в Кению. Он рассказал, что они видели такое существо и наблюдали за ним 15 минут. В конце кассеты вы можете просмотреть интервью с людьми, которые видели похожих животных. Я взял интервью около 50 человек. В конце кассеты есть несколько таких записанных интервью. В Южной Америке находится болотистая местность или джунгли Амазонки. Вы слышали о джунглях Амазонки? Река Амазонка – очень большая река. В 1977 году лейтенант-полковник британской армии Фассет был послан для обозначения границы между Бразилией и Перу. Он был офицером королевских инженеров и известным по аккуратной записи фактов. Когда он возвратился в 1907 году, он сказал, что он видел животное, похожее на диплодока. Диплодок – это вот такое животное. Туземцы этой части Амазонки и многие другие племена, живущие в том регионе, подтверждают, что такие животные живут в болоте в Южной Америке. Полковник Фассет убил и измерил 21-метровую анаконду. Туземцы, которые были с ним, сказали: «Полковник, вам необходимо увидеть больших змей». Он сказал: «Разве это не большая змея?» Несколько лет назад был сообщен встреченный 45-метровый удав в Перу, который напугал футбольную команду до полусмерти. Змея уползла, оставив широкий след. И как говорят, что длина этой змеи была около 50 метров. Один из моих бывших студентов из Калифорнии был миссионером в Манаус в Бразилии. И он жил в центре страны. Он сказал: «Мы живем в Бразилии возле речки Амазонки. Возле нас она только 14 километров ширины». Представляете, реку 14 километров ширины? Большая речушка. В Северной Шотландии находится озеро Лохнесс. Вы слышали о озере Лохнесс? Это большое озеро. Длина озера 38 километров, ширина около 2 километров. Глубина озера около 300 метров. Было подсчитано, что в этом озере могут поместиться все люди мира. Все 6 миллиардов людей могут утонуть в озере в одно и то же время. Это большое озеро. И это озеро находится в горах. И для того, чтобы увидеть озеро, вам пришлось бы подняться 10 километров в городок Инвернес, или же вы должны были бы перейти через горы. Но в 1933 году было решено проложить дорогу вдоль края озера, потому что для дороги не было места, и дорога была вырезана на скале горы. На этой фотографии вы можете увидеть, как выглядит дорога, вырезанная в горе. Автор статьи говорит, что в 1933 году было 52 сообщения о увиденном существе в первый год постройки дороги. К 1960 году, когда была написана эта книга, было 9000 сообщений о лохнесском чудовище. Сегодня 11000. 11000 человек говорят, что они видели что-то в озере. Конечно, есть неправда и мошенничество. Я не говорю, что все 11000 это верные рассказы. Но только потому, что некоторые из них это обман, не значит, что все обман. 11000 человек говорят, что они видели животное. И некоторые очень почетные люди, как Питер Скотт, член парламента, равноценный Сенату США, что все равно не придает доверия членам Сената. Как-то раз кто-то сказал, что если Клинтон построит мост в будущее, и Кеннеди повезет нас через этот мост, я вам могу дать совет. Покупайте акваланги. Сэр Питер Скотт сказал, что он видел лохнесское чудовище, и он думает, что это плезиозавр. Что? Плезиозавр? Есть несколько видов плавающих динозавров. У плезиозавра длинная тонкая шея и 4 плавника. Большинство людей, видевших это чудовище, говорят, что оно похоже на плезиозавра. Но вот что говорят эксперты. Некоторые люди настаивают, что это плезиозавр. Но существует маленькая ошибка. Плезиозавры вымерли 70 миллионов лет назад. Вы знаете, я пришел к выводу, что эволюция – это одно из самых больших препятствий развитию науки. Эволюция не только бесполезна, она действует в обратном направлении. Она мешает людям видеть очевидное. Артур Грант, студент-ветеринар, ночью он чуть не врезался в чудовище на мотоцикле.
Он студент-ветеринар, он должен знать хоть что-то о животных. И вот что он зарисовал. Он сказал, что чудовище выглядит вот так. Интересно. Александр Кэмпбелл был инспектором рыбнадзора озера 47 лет. И он говорит, что он видел Несси 19 раз. Вот его рисунок. Он говорит, что оно выглядит вот так. Кажется ли мне, или у всех у них одна идея? Были построены клетки, было предложено 50 тысяч долларов за чудовище, чтобы оно находилось в цирке. Многие люди пытались поймать его, но это большое озеро, и никому еще не повезло. Многие люди рисовали, что они видели, есть некоторые фотографии, но большинство просто рассказывали. Семья Спайсер сообщила об увиденном Несси с овцой в зубах, которая направлялась к речке перед их машиной. Один человек сфотографировал спину и голову чудовища. Вы можете видеть длинную шею. Но когда фотография была опубликована в читательском справочнике, то голова была отрезана. Я не знаю почему, но вот фотография. Человек по имени Торкел Маклауд следил за чудовищем в бинокль 9 минут. Он рассказал, что оно было наполовину в воде с противоположной стороны озера. Его шея двигалась взад и вперед, как у змеи перед атакой. И вот что он зарисовал. В конце он сказал, оно оттолкнулось плавником от берега и исчезло под водой. И он сказал, что это чудовище выглядит вот так. Все рисунки похожи. Грета Финлай сказала, что у существа были рога или вытягивающиеся дыхательные трубки. Мировая энциклопедия потратила много денег, привезла подводную лодку из Джорджии в Шотландию на Лохнесское озеро, и Дэн Тейлор, который теперь живет в Южной Каролине, он опустился в этой лодке под воду. И когда он опустился, он сказал, что чудовище неуловимое. Что-то лежало на дне. Я приблизился, но оно начало уплывать, и волнение откинуло мою лодку далеко назад. Кстати, он строит еще одну лодку, чтобы возвратиться. Он хочет словить чудовище маленькой лодкой. Но они почти отказались от этой идеи, потому что вода очень черная, как большая чашка кофе. Почти нет видимости. И луч света вообще не помогает. И вместо этого использовали простые лодки на поверхности, которая называлась «Операция поиск», и внимательно сканировали дно озера. Это было первое сканирование дна озера. И было установлено, что дно озера все в складках. Много места для укрытия. У меня есть карта Шотландии и карта Лохнесского озера. Также там на дне есть пещеры, уходящие в стороны. Тоже значит, что есть много места для укрытия. Я уверен, что животное слышало шум 20 приближающихся лодок и спряталось. Один человек сфотографировал гигантский плавник. Вот фотография Академии прикладной науки. Фотография не очень четкая, из-за темной воды. Фотоаппарат сработал от движения. Также один человек сфотографировал Несси с открытым ртом. Эта фотография находится в читательском справочнике «Удивительные факты». Многие люди говорят, что они видели какие-то выпуклости на поверхности, которые двигались с большой скоростью. У Тима Динсдейла есть минута видеозаписи плывущего существа. Это был не корабль, и это была не подводная лодка. Королевская академия воздушных сил Англии исследовала пленку и сказала, что это живой объект. Утверждают, что это поддельная фотография. Может быть, я не знаю. Но я думаю, что это очень интересно, потому что они подождали, пока последний человек, связанный с фотографией, умер, чтобы заявить, что это подделка. Они утверждают, что перед смертью он признался, что это подделка. Может быть, я не знаю. Но мне интересно, что уже нет свидетелей, чтобы установить правду. Даже если это и подделка, все равно 11 тысяч свидетелей утверждают, они видели это существо. Есть и другие озера, только в Шотландии и в 7 других озерах рассказывают о похожем существе. Вы можете найти эту информацию в библиотеке. И независимо от системы работы библиотеки, вы можете найти книги и информацию о Лохнесском чудовище. Также есть рассказы о морской змее моря Кониш в Южной Англии. В английском канале много раз сообщали о похожем существе. В словаре 1766 года, мы предполагаем, что это 1766 года, так как в нем были вырваны две первые страницы,
Но в этом словаре мы отыскали слово «морской дракон», и там было написано: «Морское чудовище, выловленное в Англии в 1749 году, в некоторой степени напоминающее аллигатора, с двумя большими плавниками, служившими для плавания или летания. У чудовища было две ноги с копытами, как у осла. Тело было покрыто непробиваемой чешуей. Также было 5 родов зубов. Странное существо. В 1934 году в журнале «Время» появилась эта фотография. Вот человек для сравнения. Что-то громадное было выкинуто на берег в Нормандии. Они сказали, что это не был ни кит и ни тюлень. Возможно, это неизвестный вид. Это было в 1934 году. Что-то проплыло перед учеными в Бразилии в 1905 году. Они были на яхте, и они сказали, что у существа был 2-метровый спинной плавник и маленькая голова на 3-метровой шее перед плавником. И это наблюдали 2 опытных натуралиста. Они сказали, что под водой было также большое тело. Возле Новой Зеландии есть место, где японцы ловят рыбу. И там глубина составляет только 250 метров. Только 250 метров? Просто океан намного глубже в других местах. Прилетев с Австралии, я сказал одному человеку: «Тихий океан громадный». Он ответил: «Это только поверхность». Поразительная мысль. В 1977 году громадное рыболовное судно вытягивало сети и вытащило мертвую, прогнившую, противную 11-метровую, 2-тонную тушу, очевидно, плезиозавра. Эта туша так воняла, что они сфотографировали ее несколько раз и некоторое время спустя выкинули назад в море. Морской биолог, который находился в это время на борту, сделал несколько зарисовок. Он сказал, что у существа было 4 плавника и тонкая шея. Конечно, типический ответ гуманистов или эволюционистов, что это была гигантская акула. И говорят, они говорят о разрушении жабр и плавников. Но люди, которые видели это, говорят: «Мы знаем гигантских акул». И это не была гигантская акула. Также японское правительство выпустило особую марку в 1977 году, памятную марку в честь находки. Было также несколько сообщений из нескольких озер из России. В одном из озер учеными было встречено существо с большим спинным плавником и длинной шеей. В другом месте, на севере России, на Северном Ледовитом океане, существо, похожее на динозавра, было выкинуто на северное побережье России после бури в октябре 1994 года. Служба новостей объявила, что туша была 13 метров длины. Что это такое? В Японии с нескольких озер сообщают о похожих существах. Говорят, что у одного длинная шея, угреподобное чудовище. В другом озере чудовище назвали Иши. И возле озера даже стоит статуя, которая называется Иши. В Китае в одном из озер тоже было замечено что-то подобное. Они называют это НПО, неопознанный плавающий объект. Оно желтого цвета, с длинной шеей, рогами, бородкой и большой головой. Несколько лет назад была экспедиция на большое озеро в Швеции. 450 человек сообщили, что они видели что-то громадное в озере в Швеции. В Канаде есть 20 озер, с которых регулярно поступают сообщения об увиденных живых динозавроподобных существах. У меня есть статья о чудовищах канадских озер, также имена и адреса многих людей, которые утверждают, что они видели это существо. Очень интересная информация о канадских чудовищах. В газетах появляются статьи о канадском родственнике лохнесского чудовища. В южно-британской Колумбии есть большое озеро Оканаган, 130 километров длины. И многие люди сообщали о существе Агопого. О нем даже пишутся песни о этом существе. И предлагается $1 000 000 тому, кто сможет словить Агопого. В конце кассеты вы сможете увидеть людей, которые видели Агопого.
И в этой статье написано: они были самыми последними из тысяч свидетелей, видевших что-то странное в этом узком 130-километровом озере в Южной Британской Колумбии. Я разговаривал с этим человеком, первым сверхом, Кейт Расс. Я записал наш разговор на аудио, не на видео. Эти люди рыбачили возле острова Кейп Сайбл в Канаде, в 10 километрах от берега. Я встретился с Кейтом в 1992 году. Вот номер его телефона. Он сказал, что ему 67 лет, и что он ловил рыбу с 5 лет. Он сказал, что существо было 10-15 метров длины. У существа было 4 клыка и острые зубы размером с кулак. Оно плыло за его судном около 2-3 километров. Голова существа возвышалась над водой около 5 метров. Это была не рыба, так как они дышат водой. Я показал плезиозавра. Он сказал, что это существо похоже, но не точно. У существа была 3-метровая шея, 20-сантиметровые глаза с красновато-желтыми кругами. Глаза были спереди, а не по бокам, как у рыбы. И он не заметил никаких движений при приближении существа. Оно было серо-коричневого цвета, с шершавой кожей и без чешуи. Оно находилось в 4 километрах на юг от острова Кейп Сайбл. Глубина не превышала 60 метров. Он сказал: «Я не хочу увидеть его еще раз. У меня есть книга о кабдорозавре». Много людей говорят, что они видели кадборозавра в бухте Кадборей в Британской Колумбии. Его также видели в штате Орегон. 3-метровый детеныш Его также видели в штате Орегон. 3-метровый детеныш был найден в желудке кашалота. Говорят, что у существа длинная шея, короткие передние плавники и лошадиная голова. Два пилота недавно встретили такое существо в Британской Колумбии. Один человек словил такое существо и зарисовал, как оно выглядит. Оно было всего лишь 40 сантиметров длины. Он сказал, что оно царапалось, и он подумал, что оно умрет, и он выкинул его назад в воду. В книге, которая называется «Чудовище-чудовище», рассказывается про сообщения о чудовищах, похожих на лохнесское, которые живут в Северной Америке. Я разговаривал с этим человеком на фотографии. Его имя Жак Буавей, из Канады. Я разговаривал с ним 3 часа. Он сказал: «Мистер Хованд, я собираю сообщение о чудовище озера Мемфигак. Это большое озеро между Вермонтом и Квебеком. Жак берет интервью у людей, но он не разрешает им подготавливаться. И он берет интервью у докторов, у вице-президентов, у тех многих, которые видели чудовище озера Мемфигак. Было сообщено о существе также и в реке Потомек, поразительно похожего на лохнесское чудовище. Вот это существо было прибито на побережье Род-Айленда несколько лет назад, на остров Блок, и его назвали Блокнеска чудовище. 5 метров длины, но кто-то украл кости, и теперь их нет. В Большом озере Эри в Америке много людей говорят, что они видели чудовище Эри. И они говорят, что чудовище Эри похоже на Несси. Они говорят, что оно 11 метров длины, со змееподобной головой. Многие люди говорят, что они видели чудовище озера Эри. Об этом даже пишется в газетах. Лодочники столкнулись с чудовищем в Охайо. Они говорят, что оно движется вверх и вниз, не из стороны в сторону, как змея. Я взял интервью у Джона Крафта в конце кассеты. Он сказал: «Когда я увидел это существо, то голова была над водой. Пока я достал фотоаппарат, голова уже была под водой, и я сфотографировал только спину». Вот моя фотография. В 1998 году я поговорил с Питом Питерсом из штата Огайо. Он сказал, что 6 лет назад он гулял по пляжу и нашел мертвое существо-детеныш в 1 метр длиной. Он взял его и набил, так как он таксидермист. Вот фотография. Он сказал, что это животное лежало на береге озера Эри. Странное существо. 4 маленьких плавника, хвост как у рыбы, и с большими щеками.
Карл Бах купил это существо, и теперь оно находится в музее штата Техас. Были проведены анализы ДНК, сканирование мозга, рентгеновский анализ. В голове был застрявший рыболовный крючок. Очевидно, кто-то поймал его в прошлом, и оно порвало леску. Странное существо. В Массачусетсе, в Скетчуите, на юге от Бостона, на берег выкинуло это существо в 1970 году. Я разговаривал с женщиной, которая была первой на месте происшествия в 2 часа ночи. Она и шериф первыми видели существо перед тем, как его начали резать. На фотографии вы видите уже порезанное животное, потому что каждый хотел отрезать кусок морского чудовища. Оно было 15 метров длины. Лежа на пляже, оно было 2,5 метра толщины. Говорят, что можно было услышать запах на 5 километров. Все спорили, что это могло быть, и в конце отдел здравоохранения взорвал тушу и выкинул остатки в океан. Они сказали, нам не нужно 15 метров гниющего мяса возле большого города. Люди с местного океанографического центра сказали, что это гигантская акула, типическая реакция. Но другие люди, видевшие существо, сказали, что это не акула, а морской змей. Но я не знаю и я не спорю об этом. На побережье Калифорнии, я там был несколько недель назад, в заливе Монтерей что-то было выкинуто на берег в 1925 году, известное под именем «Калифорнийская Несси». Вы можете прочитать статью в журнале «Водолаз». Мы продаем книгу «Кораблекрушение и морские чудовища центрального побережья Калифорнии». И вы можете увидеть голову существа. Сзади у человека ружье, в случае, если оно двинется. Шея была 6 метров длины. Некоторые люди говорят, что это редкая форма кита. Извините, но покажите мне шею на ките. Здесь 6-метровая шея. Наверное, редкая форма. Президент общества естествознания Британской Колумбии сказал, «Мое исследование чудовища было очень тщательным. У чудовища не было зубов, голова была большой, с шеей 6 метров. Я бы назвал его плезиозавром». Люди видели, как оно погибло несколько дней раньше. Рыболовы видели, как оно сражалось с множеством тюленей. И, очевидно, оно погибло и попало на берег. О похожих животных сообщалось и в 30-х и 40-х годах. В заливе Монтерея недалеко от берега глубина около 3 километров. Это очень глубокий залив. В 30-х и 40-х годах сардиновый флот, в то время это была сардиновая столица, сообщали о чем-то, один раз весь экипаж, 12 человек, видели это существо. В одном из сообщений говорилось, что чудовище всплыло возле судна и смотрело на экипаж большими зловещими глазами на округленной голове с длинной тонкой шеей. Заметьте, что голова округленная на длинной шее. Они сказали, что голова была около 3 метров над водой. И также вам понравится книга под названием «Таинственные морские чудовища центрального побережья Калифорнии». В 1969 году рыболовы были сильно напуганы чем-то громадным, проплывающим под мостом в городе Нью-Йорке. Нью-Йоркский патруль порта старался догнать существо, которое было больше акулы, но никто не знает, что это было. Могут еще жить и такие существа, это зевглодон и басилозавр. Может, они и встречаются в Арканзасе в Белой речке. Белая река огромная, и я был там сотни раз, там живут мои родители моей жены. Эта фотография была сделана в 1972 году так называемого чудовища Белой реки. Но это не чудовище белой воды из Вашингтона, это чудовище Белой речки. Много людей говорят, что они видели это существо. Его не видели после 1972 года. Очевидно, оно умерло или ушло с тех краев. В 1972 году было наводнение. Раньше глубина речки была 30 метров. Теперь глубина только 15 метров. Ну а на фотографии вы можете увидеть тело справа и можете увидеть хребет, идущий влево. В 1973 году сенат Арканзаса постановил, что запрещается беспокоить, убивать или вредить чудовищу Белой реки. В городе Юпитере на севере от Майами мой друг написал: «Мистер Хован, в начале 50-х я вылетел
у него тогда был самолет, из города Юпитера. Я был в 12 километрах от берега. Вода была зеркально спокойной. Вдруг я увидел животное. Его голова возвышалась над водой, и глаза следили за моим самолетом. Казалось, оно было больше 10 метров. Увидев фотографию существа с японского рыболовного судна и также зарисовки в журналах, я бы сказал, что это одно и то же существо. Я никому не рассказывал о случившемся из-за боязни быть осмеянным. Я работал в Pratt & Whitney авиакомпании с сильной охраной. Позже я с братом словил маленького кашалота для морского аквариума Майами. Я надеюсь, это поддержит вашу веру. Почти каждую неделю кто-то подходит ко мне и говорит: «Мистер Хованд, я видел что-то такое». Но я никому не сказал, потому что я думал, мне не поверят. Один человек сказал: «Я был во Вьетнаме. Я слышал, что местные жители боялись какого-то большого существа возле Сайгона в речке, которое было похоже на динозавра. Я не верил этому. Но когда я был в Сайгоне, я катался на колесе обзора. И когда я был на самом верху, я посмотрел на речку и увидел это существо с поднятой головой из воды. Оно было как змея, но голова была около 2 метров над водой, и оно плыло по воде». И он сказал: «Вы правы, такие животные существуют». Между Нью-Йорком и Вермонтом есть озеро Шамплейн. Это большое озеро, и много людей сообщали о чудовище озера Шамплейн. Сообщения появляются в газетах того региона все время. Эту книгу больше не печатают, в январе этого года сделали последнюю копию. У нас осталось только 30 экземпляров. Эта книга называется «Шамплейн. По ту сторону легенды». И в этой книге пишется о чудовище озера Шамплейн. Я позвонил женщине, которая сфотографировала. Ее имя Сэнди Мэнси. Она согласилась встретиться, и мы встретились и записали наш разговор, который находится в конце кассеты, в котором она описала то, что она видела. Она с мужем и 2 детьми следили за ним 10 минут. Я сказал: «Сэнди, вы думаете, вы видели динозавра?» Она сказала: «О, нет, я знаю, что я видела динозавра». Это произошло в 1977 году. В 1998 году журнал «Открытие» сообщил: «На озере Шамплейн 59 пассажиров Этан Алана сообщили о существе 10 или 12 метров длины, с 3 или 5 горбами, плыло за судном на расстоянии 65 метров в течение 5 минут. Не говорите мне, что это был карп или осетр», — настаивает шкипер. «Если это и была рыба, то она весила 1500 или 2000 килограмм». Кто-то пытался сказать Сэнди, что это была утка. Она сказала: «Если это была утка, то она весила 900 килограмм. Это не была утка. Библия говорит о змеях в воде, о чудовище морском. Очевидно, что если динозавры еще живые, то те, что живут в воде, будут убиты последними. Их труднее убить, чем земноводных». В Пенсаколе, там, где я живу, в 1962 году 5 подростков решили пойти нырять. В 3 километрах от берега находится старый затопленный корабль возле военно-морской базы. Вот рассказ, который написал Эдуард Маклер. Это единственный спасшийся. Он сказал, что 5 ребят пошли нырять возле затопленного корабля в 1962 году. Эдуард живет сейчас в Джексонвилле и отказывается говорить об этом. После происшедшего он стал алкоголиком и наркоманом. Сейчас он лечится, 30 лет спустя. Он сказал: «Мы плыли на плоту к старому затопленному кораблю в нескольких километрах от берега. На полпути начался шторм и отнес нас в море. По окончании шторма мы находились в густом тумане. Мы слышали странный шум, скорее похожий на плескание дельфинов, с отвратительным запахом, похожим на запах мертвой рыбы. Шум приближался к плоту, и вскоре мы услышали громкий шипящий звук. Через туман мы заметили что-то похожее на торчащий из воды длинный столб высотой в 3 метра. На конце виднелось что-то округленное. Через некоторое время оно согнулось и исчезло в воде. Оно появилось еще несколько раз, приближаясь ближе к плоту. Молчание было прервано еще раз чем-то похожим на скуление. Мы были в панике. Мы все одели ласты и прыгнули в воду. «Плывем к кораблю!» — я закричал. В воде мы потеряли друг друга из-за тумана.
Я слышал крики моих товарищей один за другим. Я успел взглянуть на существо перед тем, как оно схватило моего друга. Шея была около 4 метра длины, коричневато-зеленая с гладкой поверхностью. Голова была похожа на голову морской черепахи, только продолговатая и с зубами. Я успел заметить что-то похожее на спинной плавник. Также, если мне не изменяет память, глаза были зелеными с овальными зрачками. Оно съело 4 его друзей. Он слышал их крики. Он сказал, в конце я доплыл до корабля, вершина которого торчала из воды, и просидел на ней целую ночь. Ранним утром я поплыл к берегу, где и был найден спасателями. Единственный спасшийся. В конце 98 года я проповедовал в Форт Уолтон-Бич во Флориде. После лекции ко мне подошла женщина и сказала, «Мое имя Вал Билл. Мой сын Ларри Билл был одним из съеденных». Она сказала, «Его отец был вовлечен в поисках президента, и у него был высокий ранг в поисково-спасательной службе. Он был ответственным за поиски своего сына. И они искали пропавших несколько дней. Было найдено только одно тело. Очевидно, один подросток в панике утонул, и, очевидно, остальные были съедены». Также несколько раз что-то было встречено в Панама-Сити. Я разговаривал с руководителем молодежи Рэем Агменом. Он сказал, «Мы с молодежью ехали по мосту и видели существо, как это на рисунке. Мы никому об этом не сказали, боясь, что нам не поверят». В библиотеке есть книга Томаса Хелма «Чудовища глубины». Он был преподавателем биологии во Флориде. Он уже умер, но он написал эту книгу после того, как он с женой увидели похожее существо в Панама-Сити. Возможно, что еще есть живые птеродактили. Обычно их называют динозаврами, но технически это не динозавры. В Африке их называют кангаматто. Как-то раз ко мне в офис позвонил человек по имени Романди. Я уже забыл его фамилию, но его называют Стивом. Он сказал, что он студент в университете штата Луизианы. Вот его номер телефона. Он сказал, я живу в Кении. Я здесь только учусь, в Америке. Вы сказали, что есть живые птеродактили. Они живут в моей деревне. Он сказал, у них 2-метровый размах крыльев. Они летают ночью, никто их не любит, и их любимая пища – это гниющее человеческое тело. Если вы кого-то похоронили, кангаматто может откопать тело и съесть. 2-метровый размах крыльев. Африканский исследователь Мелланд слышал много рассказов о существе кангаматто, которое живет возле болот в Родезии, в бельгийском Конго. Туземцы сказали, что эта птица, больше похожая на ящера с крыльями, как у летающей мыши. Когда он показал им рисунки птеродактиля и также других животных, все мгновенно указали на птеродактиля, взволнованно повторяя «кангаматто». Обманули ли нас насчет динозавров? Несколько ковбоев, видимо, убили птеродактиля в Аризоне. Эта статья появилась в газете около 100 лет назад. Никто не поверит, они сказали, но мы убили громадную птицу без перьев. Они отрезали часть крыла и отнесли в салон и показали своим друзьям. Видите, мы убили птицу без перьев. Это находится в газете. В ноябре 98 года миссионер из Венесуэлы, его имя Адам Хатчетсон, он сказал... «Мистер Хованд, я миссионер в Венесуэле». Он сказал, что местные жители говорят о летающем животном, которого они боятся. Они убили одно около 30 лет назад. Вот его рассказ. «Это большая летучая мышь. Она иногда прокидывает каноэ и даже уносит людей». Он сказал, что напуганные индейцы направили храбрейших людей к устью речки, где они убили это существо около 30 лет назад. И захоронили возле реки Мувада. Когда Клинт, другой миссионер, показал индейцам рисунок птеродактиля, их глаза расширились, и они сказали, «Вот это оно!» Они положительно опознали этого вымершего динозавра как летучую мышь, жившую возле их деревни. Даже сегодня индейцы не ловят рыбу и не пьют воду из речки из-за страха перед этим существом. Вот его телефон. Возле побережья Новой Гвинеи есть остров Сирам. Миссионер Тайсон Хьюз рассказал Вильяму Гиббонсу, моему другу из Канады, что там жило 1,5-метровое существо с кожаными крыльями.
И туземцы его называют орангбатай, как орангутанг, только орангбатай, человек с крыльями. Они рассказали, что существо любит воровать рыбу. Но это не чайка. Карл Бах несколько раз ездил в Папуа-Новую Гвинею, где есть много сообщений о существе, как птеродактиль. Они говорят, что оно любит гниющее человеческое мясо и что оно светится в темноте. Один миссионер сказал мне после проповеди в Иллинойсе, что когда он ловил рыбу гарпуном, его жена светила фонариком из каноэ, так как это было ночью. Вдруг появилось полтораметровое существо и летало вокруг. Оно светилось, и то, что светилось, обсыпалось. Они предположили, что когда существо находится в пещере, маленькие светящиеся существа садятся на кожу, и когда оно летает, они падают. Но никто не уверен, что это такое. Но по рассказам, они говорят, что оно светится в темноте. Индейцы видели, как молния убила такое существо, ставшее известным как птица грома. Когда они нашли кости, они сказали, что размах крыльев был 6 метров, и также была шишка сзади головы, и также были зубы в клюве. Легенда птицы грома существовала на западном побережье Америки. Даже Генри Форд назвал машину в честь этой птицы. Вот индейская молитвенная палка, находится в музее в Колорадо, в виде головы птеродактиля. Когда Марк и Тежолье плыли по Миссисипи в 16 столетии, они увидели большую птицу, нарисованную на столе, на скале. Они спросили индейцев, что это за птица? Индейцы сказали, о, это птица Паяса. Она иногда уносила людей. Но великий вождь молился, и великий дух дал ему план, и он убил эту птицу. Индейцы переехали с того места, недобровольно, конечно, и там поселился белый человек, и этот рисунок выцвел. Несколько сот лет назад кто-то решил снова нарисовать рисунок. Сейчас он возле города Алтона в Иллинойсе, на скале. Они рисовали его по рассказам, но было трудно поддерживать его каждый год, поэтому они поставили большую металлическую плиту на скалу. Вот я нахожусь возле плиты для сравнения. Плита находилась там до 96 года. Я поехал в Иллинойс, взял телефонный справочник и решил найти слово «Паяса». Я нашел 25 наименований. Люди спрашивают, «Доктор Хован, почему вы путешествуете и говорите про динозавров?» У меня есть повод. Если вы думаете, что мне приятно оставлять мою прекрасную жену и детей, вы не правы. Друзья, сатана использует динозавров, чтобы учить детей обману. Ребятам в этом городе завтра утром скажут, «Ребята, это динозавр». Каким будет следующее предложение? Они жили миллионы лет назад, и сатана использует их, чтобы отвернуть детей от Бога. Во-вторых, христиане не знают, куда вписываются динозавры, и они компрометируют Библию. И в-третьих, динозавры — это прекрасный инструмент евангелизации. Детям нравятся динозавры, проследите за ними. Богу должна быть слава за его творение, потому что Бог сотворил их. Это верх путей Божиих, написано в книге Иова. Тогда их нужно использовать для славы Божьей. Слово Бога верно. Иов в главе 42 наконец ответил Господу. Иов уже в это время был другим человеком, он раскаялся. Иов изменился. Бог показал ему два динозавра, бегемота и левиафана, и задал ему 84 вопроса. Иов сказал, я раскаиваюсь. Я думаю, что у Иова была проблема, как и у нас. Он не понимал, кто такой Бог. Проблема, как и у нас. Разрешите спросить. Как велик ваш Бог? Достаточно велик, чтобы сказать вам, что делать, и вы будете его слушаться? Ваш Бог говорит, что смотреть по телевизору? Псалом 101, не положу пред очами моими вещи непотребные. Говорит вам Бог, что делать? Библия говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. Говорит вам Бог, о чем говорить? Или вы принимаете участие в грязных историях на работе или с друзьями? Как велик ваш Бог? Библия говорит, жены в приличном одеянии.
Достаточно велик ваш Бог, чтобы говорить, как одеваться? Мой отец говорил, если вы не работаете, не рекламируйте. Как велик ваш Бог? Ев не понимал, кто такой Бог. И когда Бог показал ему два динозавра и задал 84 вопроса, Ев изменился. Дьявол использует существа, за которые нужно славить Бога. Сатана использует их для обмана детей здесь, в церкви. В воскресенье дети ходят в церковь, в понедельник они идут в школу, и им говорят: «Ребята, это динозавры. Они жили миллионы лет назад». Но кто-то должен учить правде. Меня часто спрашивают: «Брат Хованд, призвал ли Бог учить этому?» Я сказал: «Я не знаю, я не получил ни письма, ни звонка. Я знаю, что это нужно делать, и все. Я скажу, что нам надо. Нам нужно, чтобы кто-то из вас начал служение о сотворении в этом городе, в каждом городе. Вы можете раздавать кассеты в вашей школе или в детском лагере. Оставьте кассету в офисе вашего доктора. Вы можете что-то делать. Видео – это прекрасная возможность евангелизации, потому что кассету просмотрят люди, которые никогда не придут в церковь. Вы можете провести вечер изучения про динозавра в вашей церкви. Много разных возможностей. Вы можете позвонить Тому де Россе из Форта Латтердейла во Флориде и спросите его, как он проводит такие вечера. Он вам даст необходимую информацию. Вы также можете купить грузовик. Начните служение. Подумайте, что можно сделать. Некоторые из нас могут написать книги. Хорошие авторы. Книги о сотворении или динозаврах. Детям это нравится. Напишите драму, тракты. Или же пожертвуйте кассеты в вашу школьную или общественную библиотеку. Как-то я был в библиотеке университета. Я запросил список книг о эволюции и нашел 1400 книг о эволюции. Потом я запросил книги о создании. Я не нашел ни одной. Я не мог найти ни одной книги о сотворении. Я спросил у библиотекаря: «Почему у вас так много книг о эволюции и ни одной о сотворении?» Я думал, это университет, где студентов обучают всесторонне. Библиотекарь сказал: «Ну, у нас есть одна книга». Я сам ее сюда поставил. Это «Сторожевая башня». Я подумал: ничего себе, книга о сотворении, и это книга свидетелей Иеговы. Все остальные эволюции. Друзья, есть ли книги о сотворении в вашей библиотеке? Пожертвуйте. Человек по имени Чарльз Холком после моего семинара сделал себе гигантскую надувную палатку и учит в палатке детей про динозавров. Нам нужна такая палатка в каждом городе. Расскажите про меня радиоведущим. Я участвую в 4-5 радиопрограммах каждую неделю. Одна женщина послала мою кассету на радиопрограмму Art Bell. И ведущий позвонил мне в январе 97 года и предложил быть на программе. Я никогда не слышал о этой программе, но я согласился. И тогда он сказал: «Идите отдохните, потому что я в эфире с часу до 5 утра». Я подумал, кто слушает радио ночью. Но все же я встал и принял участие в этой программе. После 3 часов мы объявили мой номер телефона. В 4 часа ночи. Через 10 секунд у меня в офисе зазвонили все телефоны. Мне пришлось разбудить жену и детей. Телефон продолжал звонить, не переставая, 3 недели. К нам поступило свыше 100 тысяч контактов от только одной радиопрограммы. У Арта Белла 11 миллионов слушателей. От Гавайи до Англии. Позвоните местному ведущему и предложите пригласить гостя-креациониста для дискуссии. Это заинтересует их. Вы знаете, нам нужен христианский динозавр. Соберите детей и покажите представление с динозавром. Тогда пронаблюдайте за детьми. Не за динозавров, но за детьми. Они будут все во внимании. Вы знаете, о чем я говорю. Купите костюм динозавра. Здравствуйте, дети.
Давайте споем. Бог любит меня, Бог любит тебя. Он хочет быть твоим отцом. Если ты его попросишь, в сердце он придет и тебя спасет. Не лучше ли учить детей этому? Это евангелизация. Вы скажете, я не смогу говорить о сотворении. Если кто-то спросит о датировании по углероду, дети не спрашивают об этом. Идите говорите детям, потому что это их обманывают. Идет война, и каждый должен что-то делать для Господа. Как-то я позвонил в воздушные силы и спросил, вы знаете, сколько нужно людей на Земле, чтобы F-15 находился в воздухе? Они сказали мне, ответили по телефону, необходимо 454 человека наземного персонала, чтобы самолет находился в воздухе один час. Если вы не можете быть пилотом, вы можете поддерживать пилота. Если вы не хотите быть проповедником или пресвитером церкви, вы можете поддерживать такого человека. Если вы не хотите быть миссионером, поддержите миссионера. Если вы не хотите стрелять, подавайте пули. Каждый должен делать что-то для Господа. Господь уже сказал, что делать. Идите и проповедуйте Евангелие по всему миру. Спасайте, крестите и учите. И это великое поручение. Упомянуто 5 раз. Что вы делаете? Вы повинуетесь Господу? Если вы не стараетесь привести людей к Господу, тогда вы не повинуетесь Господу. У каждого из нас есть задание. Вы можете молиться, поддерживать людей, делать или раздавать кассеты. Это тоже большая работа. Одна церковь сделала 3000 копий моих кассет и разослала по всей Канаде. Идет война, делайте хоть что-то. Давайте сейчас встанем, склоним головы и помолимся. Здравствуйте, это Кент Ховенд. Сегодня 31 августа, 93 год. Я нахожусь в Винчестере, штат Нью-Хэмпшир, Сэнди Мэнси. Рад видеть вас, Сэнди. Сэнди видела Чемпа. Ее фотография появилась на обложке книги Иосифа Зарзинского. Расскажите нам, когда и где, и как это произошло. Это было на стороне Вермонта. Я с моим будущим мужем. Мы гуляли возле озера. И так как я выросла в этой местности, мы просто сидели возле озера и наслаждались тишиной. Потом мой муж пошел в машину за фотоаппаратом. В это время на озере появилось волнение. Я подумала, что это был просто косяк рыбы или что-то в этом роде. Но потом из воды показалась голова, шея и спина, и я поняла, что это не была рыба. И я слышал, что некоторые люди говорили, что это была утка. Правда ли это? Это была 600-килограммовая утка. Когда я встретил вас в Дублине, в Нью-Хэмпшире, вы сказали, что этот динозавр похож на чемпа. Но вы сказали, что он немного отличался от того, что вы видели. Да, у того, что я видела, шея была немного короче. Голова похожа на лошадиную, но опять же, шея была короче. Вот 3 или 4 вида плавающих динозавров, кости которых были найдены. Кранозавр с огромной шеей, плезиозавр, как у вас, и элесмозавр с короткой шеей под прямым углом к телу. Конечно, могут быть еще и неизвестные виды. Я думаю, это он. Может быть, что не вся шея была над поверхностью воды. Это произошло в 1977 году. Да. Сколько людей вы знаете, которые говорят, что они видели это существо? Я разговаривала с 6 людьми, которые видели это существо. Наши рассказы очень и очень похожи.
И я думаю, что все мы не можем быть сумасшедшими. Мы не говорим то, что мы не видели. Описание очень похоже. Форма головы, шеи, вообще массивный размер. Как долго вы наблюдали за этим животным? До того, пока оно не нырнуло, я думаю, около 8-10 минут. Первый раз, почти год назад, вы сказали, что оно всплыло и смотрело в разных направлениях. Да, когда оно появилось из воды, оно смотрело прямо. Когда оно появилось из воды. Потом оно посмотрело по сторонам. Когда я сфотографировала фотографию, оно начало двигаться и посмотрело назад. Как вы можете видеть на фотографии. Потом, это когда я сфотографировала, потом оно посмотрело вперед, начало погружаться и опустило голову в воду. Когда оно было под водой, я услышала шум лодки. Я еще не видела лодки, я только слышала. И оно знало, что лодка приближалась. Многие люди, с которыми я разговаривал, говорили мне, что у динозавров, например, как живущих в Африке, очень чувствительный слух. При шуме они прячутся в воду. Миссионеры говорят, что там живут динозавры. Конечно, я уверена. Бог сотворил динозавров. Он сотворил динозавров, и они должны быть творением. Я не думаю, что они произошли просто так, как нас учат всей этой чепухе. Ваша фотография появилась на книге Иосифа и в других местах, в журнале «Время» в 1981 году. На прошлой неделе вы были гостем на программе «Неразрешенные тайны». Я участвовала на этой программе 3 раза уже. Первый раз был в сентябре 1992 года. И совсем недавно я там была еще раз. Теперь вы кинозвезда? Нет. Есть люди, которые учат, что эволюция — это доказанный факт, и что динозавры жили миллионы лет назад. Вы знаете, что у меня другое мнение. Я преподавал науку, я глубоко убежден, что динозавры еще живут сегодня, и вообще, что миру нет миллионов лет. Можете вы сказать, что то, что вы видели, можно назвать динозавром, живущим в воде? Я видела динозавра. Вы думаете, что вы видели динозавра? Я знаю, я не думаю, я знаю, что я видела динозавра. У людей появляется вопрос, почему вы сделали только одну фотографию? Я не хотела ничего пропустить. Вы наблюдали? Я была занята наблюдением. Я взяла фотоаппарат, сделала одну фотографию и все. Я не хотела ничего пропустить. Я трепетала от всего происходящего. Я даже не знаю, почему я сфотографировала тот один раз. Это была интуиция. Ваш муж принес вам фотоаппарат? Да, до появления животного. Он ничего не знал, пока он не вернулся. Он дал мне фотоаппарат, у меня дрожали колени. Я встала на колени и сфотографировала один раз. И потом я опустила фотоаппарат. Вы могли сделать 20 снимков? Конечно, но я хотела наблюдать. Я хотела найти объяснение, что это такое. Я не понимала, что происходит. Вообще... Большинство людей, с которыми вы разговариваете, они верят в эволюцию. Как вы смотрите на это? Вам это не нравится? Я с вами согласен. Я благодарен вам за фотографию, она на моем плакате. Моя цель — это укрепить веру людей в Библию, так как Библия — это Слово Божье. И вот здесь ваша фотография. Вы участвовали на многих шоу и журналах. Сколько лет вы уже здесь живете? Около 20 лет. Вы не намереваетесь стать знаменитой, фотографируя Чемпа? Нет, я даже не хотела, чтобы об этом знали. Я держала это в секрете 2 года, потом узнал научный мир. И в конце меня заставила пресса. Они говорили, если это существо существует, почему его никто никогда не видел? И у меня есть издательское право,
чтобы я могла контролировать или предохранять, кто может использовать мою фотографию. Да, люди спрашивают меня, есть такие животные, если они существуют, почему нет больше фотографий? Тогда я задаю им вопрос, вы видели аварию? Они говорят, да. Я скажу, дайте мне фотографию аварии во время столкновения. Таких фотографий нет, но происходят тысячи аварий. Вы не думаете об этом, но потом уже поздно, когда это происходит. Если возможно, держите меня в известности о людях, которые видели это существо. Они, наверное, приходят к вам. Пришлите мне список. Расскажите мне о случае со старым мужчиной. Я стояла здесь у прилавка. Зашел пожилой мужчина и начал пристально смотреть на фотографию. Он спросил меня о фотографии. Я сказала, что это Чемп из озера Шемплейн. Он сказал, что он этого еще никому не говорил. Ему было около 87 или 89 лет. Он сказал, что когда он был молодым, он ловил рыбу со своим дедушкой на озере Шемплейн. Он вырос на озере? Да, он вырос на озере. Он рассказал мне, что когда он и его дедушка ловили рыбу, из воды вдруг появилось что-то громадное, громадное существо. Его дедушка сказал ему, что это был Чемп, но о нем нельзя никому говорить, так как люди будут думать, что они сумасшедшие. И за всю свою жизнь он никому не рассказал об этом событии. Я была первым человеком, кому он рассказал. Он сказал, что ни он, ни его дедушка не были сумасшедшими, и что они видели живого и дышащего динозавра. Внутри себя я закричала «Аллилуйя!». Были ли другие люди, которые рассказывали вам об этом? Да, я ценю это. Это указывает, что я не сумасшедшая, что я видела это, и они видели это, и мы все что-то видели. И они рассказали мне этот секрет. Большое спасибо, ваши покупатели уже ждут. Это акула. Она там. Она ныряет. Дай мне бинокль. Это акула? Нет, это не акула. Что-то появилось вот там. Я видел это, папа. Его уже нет. Оно нырнуло. Я думаю, что мы видели Чемпа. Что это такое? Чудовище озера Шамплейн. Его больше нет. Лучше бы я не смотрел в бинокль, а снял бы на камеру. Оно показалось вот там, возле буйка, когда я смотрел в бинокль. Вот оно здесь показалось, и потом оно проплыло все это расстояние. И прямо здесь оно нырнуло вот здесь. Это гигантский кальмар вида Archaeopteryx zax.
Оно было выкинуто на берег 22 ноября 1979 года в Новой Финляндии. Это молодое и маленькое животное женского пола, но это гигантский кальмар. Я верю, что гигантские кальмары достигают размера 45 метров длины. Если этот кальмар только 6 метров, то оно в 8 раз больше. Это громадный кальмар. В 1976 году в 48 километрах от Корнвалла два рыболова Джордж Винникам и Джон Какс видели чудовище. Мы плыли в 48-54 километрах от берега. С правой стороны мы увидели перевернутую лодку. Мы решили разведать. Когда мы приблизились, мы увидели, что это была не лодка. Мы не видели ничего подобного. Оно было темное, с горбами на спине. Оно было 5-6 метров длины и возвышалось над водой где-то на 1 метр. Был тихий день, никакого волнения в воде. Мы подплыли еще ближе. Оно повернулось и нырнуло в воду. Всего лишь около метра от нашей лодки. Я не видел ничего подобного за 40 лет в море. Оно медленно погрузилось в воду и исчезло. Я говорил об этом. Я вижу одно объяснение. Доисторическое животное. Добро пожаловать на нашу программу. Терри, как дела? Хорошо, спасибо. Сегодня мы будем говорить о Гапого. Много людей видели его. Существуют старые легенды о Гапого. Мы поговорим с экспертами. У нас в гостях будет Арлин Гол. Она написала книгу. Сейчас телефонные линии. Линия вторая. Доброе утро. Вы хотите знать о Гапого? Конечно. Я был водителем такси. Я отвез пассажира в госпиталь и возвращался по Аббат-стрит. Потом я остановился вот здесь. Я посмотрел на озеро, и я удивился. Я увидел голову, как у лошади, с какими-то рогами. Оно было громадное, похожее на, вы знаете, морского змея. Кто-то подъехал сзади и спросил: «Что ты делаешь?» Я сказал: «Я вижу Агапого». Он сказал: «Где?» Дверь была открыта, я вышел из машины, и животное ускользнуло в воду. И он сказал: «Посмотри, какие большие волны!» Мы видели, как большие волны расходились с этого места в сторону проката лодок. И тогда, после этого, я сел в машину. Я заехал в гостиницу, и я рассказал моим друзьям, что я только что видел Агапого. Они спросили: «Что ты пил?» Линия четвертая. «Привет, Джон. Как дела? Неплохо. Скажите ваше имя?» «Я не могу. Хорошо. Я видела Агапого 4 года назад. Вы не хотите говорить ваше имя?» «Нет. Вы уже рассказывали об этом?» «Да. Вы думаете, что они подумают, что вы чуть-чуть...» «Я получала странные звонки. Мне за такие звонки платят, но мне не платят. Я была на берегу. Дочка каталась на качелях, когда я увидела это существо. Я развернулась и посмотрела, и я поняла, что это был легендарный Агапого. Я напугалась, схватила ребенка, и я начала бежать. И все это время я кричала: «Это он, это он!» Она кричала, ее лицо было красным. Оно, наверное, ловило рыбу. Оно находилось там некоторое время, потом оно поплыло вдоль вот тех столбов. И все, что было видно, это только три горба. Они были
большими и высокими, как столбы. Оно плыло вдоль берега до конца, потом развернулось и поплыло вот в ту сторону. Сейчас мы сделаем перерыв от звонков и представим вам известного человека в долине Оконаго, Арли Гол. Она написала книгу «Агапога». Доброе утро. Сколько таких рассказов вы записали? Сотни. Когда произошло самое первое столкновение? Первый раз это произошло в 1852 году, первое записанное явление. В 1852 году, сегодня 1980 год. Значит ли это, что там больше, чем один Агапого? Точно больше, чем один. В 1968 году была сделана видеозапись. Очень трудно не верить, если вы видите это прямо перед своими глазами. Расскажите немного об этом. Запись сделана в 1968 году человеком по имени Арт Холдин. Он возвращался из путешествия в Чейз. Когда он проезжал по району Пичленд, он заметил что-то в озере. Он сказал жене: «Смотри, это Агапога». Она засмеялась. Он вышел и начал снимать это на камеру. На видео мы видим существо большого размера, плывущее по воде с разной скоростью, показываясь на поверхности. Мы видим, как существо набирает скорость и производит массу волн. В замедленном движении вы можете видеть, как оно разрезает воду с большой силой, производя сильные волны. Вы знаете, кто-то видел его недавно? В этом году его видели 7 или 8 раз. Один из этих случаев считается лучшим. Почему? Был прекрасный день. Вода спокойная, как стекло. Я развернулся и увидел большую волну. Я не обратил на нее внимания сначала. Волна приближалась, и я подумал, откуда такая волна, ведь нет ветра. Я позвал сына и сказал: «Посмотри, откуда может быть такая волна?» Он посмотрел и потом сказал, что он ничего не понимает. Также с нами был мой внук. И мой внук сказал: «Дедушка, это Агапога. Оно бы врезалось в лодку, но мы повернули и плыли за ним сбоку около, я бы сказал, 20 минут. Я бы сказал, что чудовище было около 5 метров длины». Это над водой, и около метра высоты. На спине были горбы. Я также бы сказал, что хвост был около 10-15, может быть, и длиннее, так как мы не видели его конца. У существа был длинный хвост и 4 ноги. Я бы сказал, что оно весило около 30 тонн. Его голова двигалась из стороны в сторону. Я думаю... Оказалось, что оно искало рыбу или еще что-то. И также это существо взволновало огромную массу воды. Если бы я не видел, я бы не поверил. Вообще-то мне все равно, верят мне или нет, но я знаю, что я видел это существо. Оно здесь, и оно огромное. Это было какое-то чудовище, так как я не могу подыскать другого слова. Оно было около 10-12 метров длины. Его голова была над водой. Было видно движение хвоста. И от него исходили волны. И я сделал 2 снимка. Вы сказали, что оно похоже на это. Какая разница? Похоже, но я не видел плавников. Это... было под водой, оно было похоже, но я видел только голову, шею, вообще верхнюю часть тела. Это Кент Ховен из Пенсаколы. Я в Канаде на 100 Хатли Стрит программ. Несколько лет назад, в 1994 году, когда я был на программе, я принес книгу Роя Маккала «Живой динозавр». И Кал Бомбей сказал, что когда он был в Африке, он видел что-то наподобие динозавра. Когда я показал вам рисунок, вы сказали, что вы видели такое существо. Расскажите нам о себе и о том, что вы видели. Просто опишите, что вы видели.
Это был потрясающий момент в моей жизни. В 1963 году я ехал по старым дорогам Кении. Я ехал назад в Найроби. Я ехал на большой машине, продвигаясь очень медленно. И это была холмистая местность. Вернее, я бы сказал, это была холмистая часть долины. Когда мы поднялись на очередной холм, я был с моей женой. Прямо перед нами лежал, как я подумал, трехметровый крокодил. Но потом я подумал, это не крокодил, это сухая часть страны. Мы остановились и смотрели на животное около 10 минут. Когда я смотрел на него, я сразу вспомнил слово «доисторический». Я подумал, это невозможно. Я видел рисунки, но не точно такие. От головы до хвоста на теле находились, я не знаю, как они называются, хребетные пластинки. Находились треугольники такие от головы до хвоста. Оно лежало, и казалось, что оно грелось на солнце. Я смотрел на него 10 минут. Я был готов застрелиться, что я не взял с собой фотоаппарат. Я не видел ничего подобного до или после этого. Я спрашивал людей, я даже пошел в музей и спросил человека, водится ли что-то подобное в Кении. Ну, мне ответили, что такого нет ничего. Но я сказал, что я видел такое, и тогда я спорил с ними, и они сказали, что все это мое воображение. Но я и моя жена видели такое существо. Мы спрашивали, видел ли еще кто-то такое существо, но никто его не видел, и я больше его не видел тоже. После 10 минут оно поднялось. Оно не было таким высоким, как на этом рисунке. И оно ушло в очень сухую, густолиственную местность. Тогда было сухое время года, оно просто ушло. Мы посмотрели друг на друга и подумали, что это могло быть. Какого цвета оно было? Грязно-серого. Вы видели его глаза? Да, оно посмотрело на нас, но оно не испугалось. А какими были зрачки? Круглыми или овальными? Я не мог, было слишком далеко. Оно было похоже на крокодила? Больше на крокодила, чем на гиппопотама. Некоторые туземцы потом говорили мне, что это был варан. Это невозможно, так как я видел много варанов, но я никогда не видел трехметрового варана. Также я убил несколько варанов. У них гладкая кожа, нет пластин на спине. Я узнаю варана, это не был варан. У него были треугольники на спине. Кожа была гладкая или чешуя? Казалось, как у аллигатора. Я не думаю, что я видел чешую, но я не могу быть уверенным, так как это было несколько лет назад. Много лет назад. Я всегда говорю, что динозавры еще живут. Но вы подумали доисторически? Я был подготовлен образованием, что такие существа не существуют. То, что это было, это не был динозавр, да? Я полагал, что это какой-то вид ящерицы, потому что есть маленькие ящерицы и есть громадные ящерицы. Вы работаете здесь. Какой у вас номер телефона, если кто-то хочет позвонить и поговорить с вами? Мой номер телефона – код 905-335-7100-3206. Позвоните, если вы не верите. Когда я увидел этот рисунок, я сразу подумал, что я уже это где-то видел. Давайте покажем этот рисунок зрителям еще раз. Если у вас есть вопросы о динозаврах, мы будем рады помочь или выслать некоторую информацию или видеокассету о сотворении эволюции динозавра. Значит, вы видели это существо. Большое спасибо за ваше время. Да благословит вас Бог. Спасибо за просмотр ваших кассет. Вы можете позвонить с вопросами, и мы вам постараемся помочь. Мы хотим укрепить вашу веру в Библию. На этой видеокассете мы говорили о том, что динозавры еще живые. Интересно изучать о динозаврах, сотворении, эволюции,
Но намного важнее знать, что вы попадете на небо. Если вы не уверены, что вы попадете на небо, я хочу рассказать, что учит Библия, как попасть на небо. По крайней мере, вы должны знать, что говорит Библия. Когда я учился в школе в штате Иллинойс, я посещал разные церкви, но я не знал, что я попаду на небо. Я не знал, был ли я спасен. Когда друг спросил меня: «Кен, ты попадешь на небо?» Я сказал: «Я не знаю». Он сказал: «Ты хочешь, чтобы я тебе показал по Библии, как можно узнать?» Я сказал: «Конечно, я хочу знать». Он показал мне 3 стиха, и впервые в жизни я понял, чего хочет Бог. В Римлянам 3:23 написано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Мы все грешники. Мой друг сказал: «Кент, ты грешник, ты делал плохое». И Библия говорит, что все грешники. Одни хуже других в человеческих глазах, но перед Богом один грех делает вас грешником. Если вы нарушили хоть один из Божьих законов, вы являетесь грешником. В Римлянам 6 главе 23 стихе написано: «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие – это то, что вы заслуживаете, и за грех вы заслуживаете – это то, что вы заслуживаете смертельное наказание. Вы заслуживаете умереть и пойти в ад. Но Бог не хочет, чтобы вы пошли в ад. Чтобы быть справедливым, Бог хочет всех, должен всех, кто согрешил, послать в ад. Но Бог придумал выход. Иисус Христос умер на кресте, чтобы заплатить за ваши грехи. И теперь вы можете принять то, что Он уже сделал для вас. Поэтому Его смерть платит за ваш грех. Мой друг сказал, что я заслуживаю умереть и пойти в ад. Но он сказал, продолжение стиха: «А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Вечную жизнь нельзя получить через церковь, через крещение, через хорошую жизнь. Ее можно получить только через Иисуса Христа. Мы получили от наших родителей бесплатный дар физической жизни. Кто-то другой прошел через боль, заплатил деньги, чтобы мы могли получить подарок, получить жизнь. Рождение занимает несколько минут, но возрастание берет долгое время. И рождение в семью Бога занимает несколько минут. Но возрастание в семью Бога занимает много времени и усилия, как чтение Библии, посещение церкви, молитва. Они помогают стать хорошим христианином, но они не делают христианином. Стать христианином можно только, если кто-то сделает за вас работу, если Христос войдет в ваше сердце и сделает из вас нового человека. 9 февраля 1969 года мой друг сказал: «Кент, ты грешник. И, соответственно, Библии ты заслужишь умереть и пойти в ад». Он сказал: «Но Бог хочет дать тебе подарок – вечную жизнь. Ты заслуживаешь вечную погибель, Бог хочет дать тебе вечную жизнь». Я сказал: «Как можно получить этот подарок?» Он сказал, в Римлянам 10:13 написано: «Ибо всякий» – это значит, что любой человек – «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Здесь не говорится «может спастись», здесь говорится «спасется». Каждый, кто принимает Иисуса Христа, призывает имя Его. В первой главе Иоанна говорится, что если вы принимаете Его, то вы становитесь Его детем, Сыном Бога. В третьей главе Иоанна говорится, что вы должны родиться свыше. Все взаимосвязано. Когда вы принимаете Иисуса как вашего Спасителя, принимаете Его в свое сердце, когда вы принимаете то, что Он сделал для вас, вы становитесь детем Бога. Вы получаете новое рождение. И это занимает всего лишь несколько минут, чтобы сказать: «Иисус, я грешник, прости». 9 февраля 1969 года я сказал: «Иисус, я грешник. Я знаю, что Ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я хочу, чтобы Ты жил в моем сердце. Спаси меня и сделай из меня нового человека». Тогда я принял Христа как Спасителя, и этот день был моим духовным днем рождения. Я стал детем Бога. И если я делаю что-то неправильно, я не могу пойти в ад, потому что я получил дар вечной жизни. И эта жизнь длится вечно. Но как ребенок Бога, я могу быть наказан. Теперь я в семье Бога, и отношение ко мне изменяется. Теперь я не погибаю, но получаю наказание за грехи.
теперь за мои грехи заплачено. И когда я говорю, что я иду на небо, это не значит, что я хороший. Это значит, что я прощен. И если вы примете Иисуса Христа как своего Спасителя прямо сейчас, Он простит вас, спасет вас и возьмет вас на небо. В этой сессии мы говорили о сотворении, эволюции, о динозаврах и других интересных вещах, но это не будет иметь никакого значения, если вы попадете в ад. Проверьте свое сердце. Если вы не приняли Христа как Спасителя, склонитесь и пригласите Его в сердце прямо сейчас. Помолитесь простой молитвой. Бог знает ваше сердце. Если вы хотите принять Христа, помолитесь вместе со мной. Дорогой Господь Иисус, я знаю, что я грешник. Я верю, что Ты умер за меня на кресте. Прости меня. Я принимаю Тебя как моего Спасителя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. В Римлянам 10:13 говорится, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Если вы только что приняли Христа, Бог обещал, что вы пойдете на небо. А обещания Бога вечны. И если вы сегодня приняли Христа, напишите нам, позвоните, мое имя и адрес появятся на экране, дайте нам знать, что вы покаялись, и мы возрадуемся вместе. Принятие Христа и духовное рождение – это только начало. Возрастание требует усилий – читать Библию, ходить в церковь, говорить другим о Христе. Я буду рад вам помочь.